Ну что, всем добрый вечер. Здравствуйте. 18:00 по Киеву, насколько я понимаю. Наверное, еще не все подошли с работы. Время было не выбрано не совсем, наверное, правильно. Но переносить не стал. Еще раз всем привет. Начинаем вебинар. Для тех, кто первый раз присутствует в веб-зале, еще раз напоминаю, что внизу есть строчка, где написано «Написать сообщение». Там вы можете писать обычные смс-ки. Это все бесплатно. Как видите, они будут отображаться в левом углу. Да? Угу. Здравствуйте. Мне очень приятно видеть только украинские флаги. Я что-то думал, что придется изгонять российских товарищей, которые захотят прийти на вебинар, но что-то как-то нет. Даже очень приятно. Так что, как видите, удалось собрать вас из одной только страны, и это радует. Мы не будем говорить о политике абсолютно. Даже не будем. Я вас призываю в чате тоже не начать обсуждать этическую дискуссию. Начинать ее вести, да? Мы сегодня постараемся 2 часа посвятить исключительно неврозологии. Я хочу быть вам полезен максимально эффективно. Чтобы это было, я вам искренне рекомендую не начинать в чате политизировать процесс. Я знаю, что большинство моих клиентов, вот, ну, искренне, с которыми я работаю в группах, а меня, кстати, хорошо слышно? Я не спросил. Угу. Ну, замечательно. Спасибо. Я от себя могу сказать, что я работаю с ребятами и с мужчинами, женщинами, которые в совершенно разных регионах Украины находятся. И в Крыму, и в Киеве, и в западной части. И совершенно разные люди. Вот. И никаких предпочтений нет о том, о чем они говорят. Мы сегодня обсуждать не будем. Единственное, у меня последний, наверное, вопрос. На сайте висит некое количество народу. И у меня есть такое предположение, что люди не могут обновить страницу и не видят ссылку. Там 23 человека онлайн. Есть, конечно, вариант, что это вы. Хотя, по большому счету, может быть, это и не вы. Я надеюсь, что к нам присоединятся чуть попозже кто-то еще. Ну, в принципе, я так и планировал, примерно 50 человек. Замечательно, что вы пришли. Еще раз вам спасибо. По нашему регламенту вы будете писать сообщения в виде вопросов, также где вы приветствуете друг друга сейчас. По вопросам очень большая просьба. Оставьте, пожалуйста, делайте их небольшими. Потому что когда читаешь очень большое сообщение, это достаточно нелегко. Это первое. Я сегодня начну с маленькой лекции, буквально на 15 минут, чтобы предупредить некоторое количество вопросов, потому что я примерно знаю сценарий, который вы будете спрашивать, так или иначе. И чтобы большинству людей вебинар был более эффективен, я сначала кое-что расскажу, да? Вот, а затем будем с вами переходить к рубрике «Вопрос-ответ», хорошо? Так что вы немножечко слушаете некоторую важную информацию, еще раз для понимания сути вопроса вегетососудистой дистонии, панических атак, агорафобии, навязчивых мыслей и неврозов. Вот, а затем уже будем задавать уточняющие вопросы, непосредственно ваши. Я предполагаю, что 50 человек, но, наверное, не каждый сможет его задать, или я не смогу на каждому ответить, но я вас искренне призываю. Нет, у вас есть выбор. Почему, Стас? Вы можете не слушать. У вас выбор есть абсолютно. Вы можете не слушать, выключиться и пойти заниматься своими делами. Мы живем в свободных странах. Так, опять меня понесло, да? Не туда. Так что решайте сами. Слушать или не слушать. Я знаю, что в 18 часов по Киеву не все пришли. Вот это точно я знаю. Окей.
Давайте с вами. Я снял небольшую видеолекцию не так давно, буквально вчера. Я там об этом говорил, но я хотел бы вам еще сегодня еще раз объяснить очень важную вещь. Наверняка вы сюда пришли, потому что вам интересна тема вегетососудистой дистонии, да? Панических атак, агорафобии, передвижения свободного без помощи родственников, фармакологии, фармакотерапии. У меня много клиентов с Украины, которым прописывают, в принципе, два препарата, потому что украинская система здравоохранения от советской практически ничем не отличается. Это бывшие общие системы, да, как вы понимаете. После распада Советского Союза, по большому счету, мало что изменилось. Что в России, что в Украине, ортодоксальная медицина оперирует фармакологией. И здесь вы должны понимать, что на Украине, так же, как и в России, основная стратегия психотерапии – это психиатрия. Психиатрия, как направление медицины, не занимается психотерапией, понимаете? Психиатрия не занимается психологической концепцией невроза. Психиатрия занимается фармакологической концепцией или нейродинамической концепцией невроза, где основная задача – снизить острые симптомы. Начинаешь там с шизофрении, да, там, и там, заканчивая такими страшилками про сердце. Никто не разбирается в генезе, в происхождении. Есть ряд ратов. Если человек боится, назначает противотревожные. Если человеку очень плохо, назначает транквилизаторы, назначая антидепрессанты для там, поднятия настроения, ну и так далее. Поэтому здесь не идет речи о терапии фармакологическими препаратами. Коротко о стратегии, которые ставит перед собой современная психиатрия в терапии тревожно-фобических расстройств, такие как паническое расстройство, тревожное расстройство, тревожно-депрессивное. Значит, тут надо понять, что речь идет о следующем. Вот я был в Петербурге недавно на семинаре, американцы вели, я задавал этот вопрос, и Джон как раз выделил этот вопрос и отвечал на него достаточно емко и долго. Существует ряд невротических расстройств и уровень их, чьи телесные симптомы достаточно тяжелы и достаточно сложны для того, чтобы клиент их терпел. В этом случае назначается ряд фармакологических препаратов для того, чтобы снизить остроту телесных реакций. Но всегда после этого назначается психотерапия или экспозиционная тренировка, если это агорафобия или другие изолированные фобии. Просто вот чисто долбить человека в фармакологии бессмысленно. Вот наверняка у вас 50 человек. Я думаю, что половина из вас принимала фармакологию, правда? Поставьте сейчас плюсик, кто принимал фармакологию, но как-то после того, когда вы закончили принимать, чего-то опять все возвращалось. Да. Вот почему так происходит, да, объясню. Не потому, что вы больны на всю голову и что-то с вами происходит плохое. Я еще раз объясню, спасибо. Я сейчас объясню, почему панические атаки закончились. Я все расскажу, не торопитесь, подождите. А почему, когда вы принимали фармакологию, у вас прекратились ваши симптомы? Потому что вы взяли в таблетки определенные препараты, приняли их, у вас действительно химическим образом изменились определенные процессы в головном мозге, и как будто вы поменялись. Как будто вы поменялись. Сейчас я это буду вам рисовать. То есть как будто вы сделали ту работу, которую должен был сделать психотерапевт и вы совместно. То есть таблетка делает историю как будто. Ну, допустим, у вас болит зуб, да, вам делают анестезию, и вам не больно, как будто вам не больно. На самом деле вам больно. Просто нервы это не ощущают. Иннервация же, нерв же также подведен, все так же проходит. Просто блокируются определенные процессы в нерве, и человек не чувствует боли. Хотя все так же остается, нерв же там же. То же самое происходит с фармакологией. Когда вы принимаете фармакологию на фоне невротических расстройств, вы как личность не меняетесь. Вы как человек с определенным мировоззрением не меняетесь. Отношения с мужем не меняются. Отношения с женой не меняются. Отношения к работе не меняются.
Отношение к людям в целом не меняется, отношение к самому себе не меняется. Становится, знаете, такой фармакологически легкий пофигизм, потому что таблеточку съел и хорошо. Джон Витарито сказал, что в принципе американцы сравнивают это примерно с такой позицией, что выпил два бокала вина и примерно так же тебе по барабану. Ну, примерно так, да, когда они сравнивают результаты Прозака. То есть, они говорят, разницы никакой нет. Выпей 2-3 бокала вина и выпей там таблетку Прозака, тебе также будет все по барабану, по большому счету. Вот, поэтому фармакология в терапии неврозов, она, в принципе, делает некоторые розовые очки. Временно вам становится все равно на этого мужа, который кончает через 15 секунд, внимание, или пьет, или там пукает в диван и болеет за футбол, да. Вам резко становится как бы под действием фармакологии все равно на жену, которая там как-то вас пилит и сварлит постоянно. Вам становится все равно на вашего начальника, на вашего менеджера, на людей, которые вас окружают, да, и так далее. Поэтому фармакология не занимается терапией. Она занимается временем снятия остроты. Вот это, чтобы вы просто поняли, чем занимается фармакология. Существует ряд психиатрических болезней, где не показана психотерапия вообще. Это психотические проблемы, такие как шизофрения, белая горячка, такие как нарушение определенных процессов в головном мозге, где психотерапия в принципе невозможна ввиду того, что психотические расстройства, в отличие от невротических, не поддаются психотерапии вообще. Вот это очень важно. Да? Наверняка у многих будет вопрос, можно ли сойти с ума. Давайте какой? Предупрежу такой вопрос. Хотите, да? Поставьте плюсик, кто сейчас бы хотел говорить о том или боится, что он может сойти с ума от невроза. О, ну немало, да? Там человека 3, 4, 5. Вот смотрите. Давайте я вам нарисую это. Вот это очень важно. Ребят, смотрите. Есть две основные штуки. Видно хорошо? Угу. Вот смотрите. Первое – это невротическая основа. Вторая – это психотическая основа. Вот у нас, смотрите, в медицине признано понимать так, и в психотерапии в том числе. Вот фобии, тревоги, вегетативные симптомы могут быть в двух всего лишь навсего заболеваниях. Это либо невроз, либо психоз. Понятно? Фобии и тревоги могут быть только в двух заболеваниях. Ребят, у меня к вам вопрос, подождите, а мне очень большая просьба. Я вот не записываю вебинар, а если кто-то его записывает с помощью какой-то программы, вы напишите мне потом ВКонтакте, может быть, я выложу этот вебинар потом тоже куда-нибудь. Но не факт. Просто для вас там можно будет его записать, хорошо? Денис, ты записываешь? Молодец. Ты можешь мне потом, Денис, скинуть его ВКонтакте? Спасибо тебе большое. Вот смотри, потому что информация, которую я буду давать, она очень хороший лекционный материал будет. И поверьте, это принесет пользу большому количеству людей, не только 50 человекам с Украины. Украина, насколько я знаю, там сколько миллионов? 48? 50? Ну вот, поэтому по большому счету 46. Поэтому я думаю, что такое 46 миллионов против 53 человек? Ну, как бы, понятное дело, что это капля в море, да? Итак, поехали. Я сделаю, конечно, мне не жалко. Абсолютно. Смотрите, у нас есть два типа болезней. Неврозы и психозы. В этих двух болезней могут быть фобии, страхи, тревоги, вегетативные напряжения. Не пугайтесь, сейчас я объясню. То есть, по большому счету, жалобы, в принципе, могут быть схожи. Потому что у шизофреника тоже, знаете ли, может быть страх. У шизофреника тоже может быть навязчивые мысли. И у невротика, понимаете? Но! Разница есть очень большая. То есть, допустим, человек говорит, здравствуйте, я боюсь за собственное сердце. Классическая жалоба. Я боюсь за собственное сердце. Ну, допустим, как вариант.
Или я боюсь задохнуться. Или там, скажем, я боюсь там, что я там еще что-то там телесное, да? Вот давайте сердечко нарисуем. И шизофреник, и невротик может бояться за сердце. Но когда я буду спрашивать более детально, невротик мне скажет, я боюсь за собственное сердце, потому что оно очень сильно стучит. Там какие-то перебои, и у меня какие-то удары. Я постоянно его проверяю, контролирую, да? Мне кажется, что я могу умереть так же, как моя бабушка от инфаркта. Мне давят в груди. Как-то некомфортно, в области сердца колет, прокалывает, там, пронзает, давит как-то, ёкает. Вот так будет жаловаться невротик. А психотик будет примерно говорить так. Я чувствую, как мое сердце скрежетит, как будто там шестеренки друг об друга трутся. Я прям чувствую, что это мотор, и от него прям пар идет. И как будто там прям кто-то, как будто лягушка прыгает. Он начнет вам рассказывать очень галлюциногенную историю. Понимаете? Он будет рассказывать про то, что в его сердце вселился дьявол, который может его разорвать и разорвать на кусочки. И в этом сердце, значит, есть какие-то тщеславия всего мироздания мира. И это из груди у него вырывается, он видит, как мотыльки разноцветного цвета летят по комнате и так далее. Понимаете? Это не фантазия, это галлюцинация, он в это верит. Невротик будет всегда описывать телесные жалобы и страхи естественные. Понимаете разницу? Невротик будет говорить. Конечно, бывает. У меня была клиентка, которая описывала паническую атаку, в момент которой она видела разные цвета у людей. Это вот туда. Невротик, еще раз, будет описывать все свои тревоги и жалобы естественно. Я боюсь описаться, я боюсь обкакаться. Я боюсь потерять сознание, я боюсь произвести плохое впечатление, я боюсь выглядеть глупо, я боюсь умереть в конце концов, я боюсь задохнуться. А обычные, естественные человеческие страхи, только гипертрофированные. Вот это будет неврозом. Это невротические жалобы, они естественные. А вот психотик будет говорить, у меня вот за окном инопланетяне прилетели, поэтому я боюсь выходить из дома. И неопытный психотерапевт может шизофренику поставить агорафобию. У меня был такой один пассажир в интернете, который не удосужился даже спросить, а что ты не хочешь выходить из дома-то? У меня клиент говорит, я не хочу выходить из дома и боюсь, потому что мне кажется, я могу умереть, у меня с сердцем что-то не так. А другой человек говорит, я боюсь выходить из дома, потому что у меня зависло инопланетяне возле подъезда. Они зависли там, понимаете, и они меня ждут. Я не выхожу из дома, но жалоба как бы одна, понимаете? Жалоба, страх выйти из дома. И вот этот мальчик, конечно, да, у вас агорафобия, конечно. Он говорит, а мне агорафобия сказали, вот у меня инопланетяне висят, и у меня из-за этого я заболел агорафобией, меня инопланетяне заразили агорафобией. Я говорю, потрясающе. Вот, поэтому, прежде всего, если здесь есть психологи, да, опять же, уточняйте, насколько эти жалобы, почему ты боишься выйти из дома? Потому что я боюсь там упасть. От чего? Может быть так, что я боюсь выйти из дома, потому что боюсь упасть. От чего ты боишься упасть? Потому что космический луч пронзит меня энергетическим вампиризмом. Добрый вечер. А другой человек скажет, ну, здоровый человек скажет, почему ты боишься упасть? Я боюсь, потому что я выхожу, у меня какая-то шаткость походки, неуверенность какая-то, страх, и если я упаду, я буду безумно нелепо выглядеть. Вот это невроз. Еще я попытался вам объяснить разницу. И теперь последнее, самое главное, оно не перетекает друг в друга. То есть это совершенно разные полюса, которые не перетекают друг друга. То есть нельзя бояться описаться в центре Киева, понимаете, публично, и потом заболеть шизофренией со словами «я теперь буду писать, где хочу». Вот теперь с термином «пограничный», Артур. Вот мы недавно с Плоткиным эту тему обсуждали. Сам факт «пограничное», «borderline», оно является очень пугающим термином, понимаешь? Смотрите,
У нас есть как бы невротическое развитие, пограничное и психотическое, да? Вот многие по этой самой логике думают, что есть невроз, потом ты переходишь в пограничное, а потом ты переходишь в шизофрению. Вот многие так думают, правда? А это не так. А это не так. У человека, у которого есть невротический уровень развития, он останется невротическим. У человека, у которого есть пограничный уровень развития, он останется пограничником. А человек, который будет иметь психотический, он будет психотиком. Понимаете? А пограничное состояние – это личностное расстройство, которое тоже имеет свое мировоззрение. Например, истерический невроз. Женщина, которая искренне считает, что ей все должны, она постоянно кричит, скандалит. Она абсолютно пограничная с точки зрения классификации, но она адекватная. У нее просто такой сложный характер. То есть, если хотите, опишите невротическое и пограничное тяжестью сложности характера. Но это вовсе не имеет никакого отношения к белой горячке, к шизофрении, расщеплениям и галлюцинозам. То есть пограничное не может перейти в психотическое. Очень просто здесь нужно это просто, ну, просто это принять как факт. Я знаю безумное количество, у меня клиентов очень много пограничников. Потому что, допустим, человек, который говорит, здрасте, у меня панические атаки 30 лет, из которых я 30 лет не выхожу из дома, это пограничный уровень расстройства. Но он не испытывает галлюцинации, у него все хорошо. 30 лет человек с такой проблемой. Кстати, с Украины. Вот. А женщина. Но она абсолютно адекватна и не сошла с ума. Конечно, не очень комфортная жизнь, там передвигаться 30 лет достаточно ограничено. Понятное дело, что беда, но нельзя перейти с неврозов пограничное, а потом в психоз. Многих же это пугает, что-то это, знаете, такой вот рост, да, проблемы. Нет, это не так, это не рост проблемы. Вот, у меня есть много друзей, у них очень пограничные. Пограничное – это просто не совсем правильный термин. Он путает людей и кажется, что я на границе чего-то там. Не совсем, просто не совсем правильный термин. Давайте попозже вопросы, хорошо? От личностного расстройства, Артур, терапия занимает гораздо больше времени, чем невротического. Я объясню примерно разницу. Хотите сейчас? Невротическая психотерапия, терапия личностного расстройства. Потому что психотерапия психотиков вообще она как бы не подразумевается абсолютно. Там галоперидол, аминозин, там галлюциноген, снятие галлюцинаций. Вот у кого есть, только признайтесь, не постесняйтесь, поставьте восклицательный знак сейчас, у кого есть родственники, у которых была белая горячка или шизофрения. Ну, родственники или знакомые? Знакомые знакомых там, которые знают, как кого лечили. Вот вы наверняка знаете, что у этих людей не приводилась психотерапия. Олег, Денис, да? У этих людей назначались препараты, и эти препараты назначались каждую осень или каждую весну. Инсулиновые комы, да, снятие, это как раз советская терапия галлюцинозов. Человеку клали в больницу, ширяли его препаратами, снимали галлюцинозы, потом отпускали, как вы знаете, да? Отпускали, потом, как только его опять начинало накрывать, его опять в больницу, опять таблеточки, потому что психотерапии проводить не над чем. Там нет внутренних конфликтов в шизофрении. В шизофрении нету, галлюцинозов тоже нет. Но там можно, конечно, копаться. У меня вот есть друг художник, у него шизофрения диагностирована. Я там ходил, его забирал из парка. Он ходил с иконой на груди, голый. Вот. Тоже от перепития. И поверьте мне, там нету... Вот когда человек находится в состоянии галлюциноза или в состоянии обострения, там психотерапия не проводится. Конечно, у этого человека есть там тяжелое такое общее состояние, но прежде всего это вызвано алкоголизацией. Поэтому глючит, как правило, людей, которые любят очень много пить. Потому что мозг почему происходит? Понятно? Постоянное отравление продуктами распада алкоголя мозга
Это постоянная интоксикация мозга, и со временем это может привести к достаточно галлюциногенным последствиям, таких как белая горячка. Поэтому люди, которые долго алкоголизированы, имеют больше шансов заглючить в какой-то момент времени. Поэтому пейте в меру, пожалуйста, и пейте какие-нибудь напитки хорошие. Там вино нормальное, там качественный алкоголь, там или не пейте. Но если пьете, то пейте в меру и качественные напитки, не пейте суррогаты, которые отравляют организм. Итак, понятная история про, что с ума сойти нельзя. Что если у вас панические атаки и так далее, это не переходит одно в другое. То есть тот, кто боится сойти с ума, вот есть такой у психиатров такая шутка. Если вы пришли в кабинет психиатра, то вы точно не сумасшедший. Потому что сумасшедший никогда в кабинет психиатра не придет. Его скорее туда принесут, чем он туда придет. Мои ролики сумасшедшие люди не смотрят, понимаете? Они совершенно далеки от этого. Они покоряют мир, они борются с вселенским злом, бегают от инопланетян и занимаются очень важными в жизни делами, поверьте. У них очень важные дела. Заговор вселенский, открывает восьмую чакру. Им не до красикова, понимаете? Поэтому, если вы смотрите мои ролики, это 99,9, что вы здоровы. Я вам секрет маленький открою. Поэтому люди с действительной проблемой, они мои ролики не смотрят. Они не переживают за собственное здоровье. У них все хорошо. Ну, как ведь он в центре Киева каждый день вот ходит. У него нормально все. Я ему не нужен. Поэтому все, кто здесь находится, 99,9 – это здоровые люди. Шизофреники мои ролики не смотрят, у них много важных дел, понимаете? Очень много важных дел. Например, Машка из соседнего подъезда, которая пропитана зеленым светом космоса Меркурия. Это гораздо более важные дела, чем какие-то другие дела, например, ёканье сердца. А если у него что-то, ему кажется, что что-то не так, то он пойдет это расскажет людям в автобусе. Но явно не пойдет в YouTube и не берет в ВСД. Он не знает, что это такое. Там совершенно другие процессы. Вы просто мало общались с шизофрениками, а я, к сожалению или к счастью, имел возможность это иметь. Сосед, ну, София, вы помните, что как это было очень, очень аргументированно, правда? Он очень аргументированно вам рассказывал, что вот происходит в его жизни, и как все неправы, и как вот надо лететь на Меркурий или на Марс, вот, где уже ждут космические базы подготовленные. Какой Красиков? Какие страхи? О чем вы? Поэтому все, кто здесь находится, имеют очень хорошую гарантию, что они здоровы, поверьте. Вот эта часть лекции понятна по поводу. Я просто хочу некоторые сразу моменты поподробнее, а потом перейдем к вопросам-ответам. Теперь второй момент. Второй вопрос очень тоже часто появляется. Это панической атаки или тревоги, когда они выходят на улицу или когда они в офисе или дома. И многие люди считают, что есть некие пики, как будто есть вот такая история. Смотрите. Многие клиенты думают вот примерно так, что вот эта ваша тревога начинается, да, и вот она вот так вот начинается, начинается, вам ее тяжело терпеть, она все растет.
И вот здесь возникает что? Смотрите, когда вы начинаете тревожиться, вот вы тревожитесь, тревожитесь, вы начинаете фантазировать, что вот как будто у вас будет сейчас вот так. Что как будто сейчас у меня начнется все хуже и хуже и хуже, и вдруг бабах. Но на самом деле так не произойдет. Никогда. Но может произойти паническая атака, потому что от той фантазии вы просто испугаетесь. И в какой-то момент вы доведете себя до панической атаки, вот в этот, допустим, момент. И вы просто спутаете паническую атаку. То есть в какой-то момент в тревоге могут возникать эпизодические пароксизмальные приступы паники. Сейчас мы об этом тоже поговорим. Но в целом это будет выглядеть вот так. Это первый тезис. Тезис номер два в том, что это не опасно для вашей жизни. Вот у меня в рабочем скайпе 950 человек, а в рабочем другом интернет-ресурсе еще где-то человек 300. Соответственно, я их консультирую с 2008 года. Ну, считайте, где-то 1200 человек плюс полмиллиона просмотров моих роликов, плюс там тысячи регистрированных людей на сайте, плюс 2000 подписчиков YouTube, никто не умер. Вот хоть бы одна сволочь копыта бы протянула, никто. Ну никто. Многие из них считают, что это должно случиться. А теперь я вам поясню. Если бы от панических атак, конечно, если от панических атак была бы вот эта вот здесь бы, да, от этих вот моментов, была бы хоть какая-то возможность умереть, скорая, которая приезжала бы к вам, они бы со всей серьезностью предлагали бы вам госпитализироваться. Конечно, уверены, потому что человек, который умирает, он вообще об этом не в курсе. Сейчас я об этом поговорю, Ром. Скорая, которая приезжает на панический приступ, прекрасно знает, что от этого не умирают. Единственное, что они могут сделать, это посидеть возле вас, погладить вас по голове и вколоть вам что-нибудь успокоительное. Они не увезут вас никуда, потому что знают, что это безопасно. В России, я не знаю, как на Украине, есть сейчас переделывают службы скорой помощи на две бригады. На спецбригаду, которая будет выезжать по действительно важным вызовам, и на фельдшерскую бригаду, которая будет выезжать на не совсем важные вызовы. По статистике Российской Федерации, например, до 40% работы бригад скорой помощи занимают вот эти вот вещи. Понимаете? 40%. То есть люди погибают на дорогах, потому что до них не может доехать скорая, потому что нету машин, потому что в этот момент пару-тройка машин заняты успокоением души людей, которые считают, что вот-вот они умрут, им так вот кажется, 18-тысячный раз. И они хотят поговорить с врачами, которые... Да нет, вы не виноват. Которые вселяют в их уверенность, что не дадут им умереть. Поэтому просто Министерство здравоохранения старается немножечко разграничить выезды, чтобы понять, в чем дело. Потому что по телефону отличить панический приступ от действительной кардиологии – это не проблема, поверьте. Это за 30 секунд очень хорошо дифференцируется. А вот, поэтому это, я вам объясню, почему она у вас есть. Подождите. Вот это надо просто понимать, что нету никакого пика, который разорвет вам головы, взорвет вам, и еще что-то вы там скинете с балконов, еще что-то случится. Нет, такого не бывает. Это лишь ваши фантазии. Потому что человеку свойственно драматизировать всегда. Бояться этого не нужно. И тут есть очень важное упражнение. Посмотрите. Когда начинается вам казаться, что вот так вот у вас нарастает, да, давайте теперь практическое упражнение быстренько. Когда у вас начинает нарастать вот тревога, и вам начинает накручиваться фантазия, очень важно сделать следующее упражнение. Помните, в школе мы изучали предмет, называется «Сила трения» в курсе физики в разделе «Механика». Масса тела, коэффициент сцепления, сила и так далее. Вот этот момент очень важен. Когда вы начинаете говорить своей психике, когда у вас начинается...
напряжение вегетативное или эпическое, и вы говорите: «Ой, нет, только не начинайся, ой, нет, не надо, только не надо сильнее, пожалуйста, нет, ой, опять сейчас я умру, ой, только не это, опять накатило, а когда же это закончится, что же это такое, ой, все сильнее и сильнее становится, как же не так, ой, мамочка, караул», и начинается проблема. И вот здесь вот делаете фундаментальную ошибку. Это очень главная ошибка. Главная техника в этом состоянии, вот в этом, многие наверняка уже ее знают, это сопротивление. Очень важно не сопротивляться. То есть, если чем сильнее ты сопротивляешься, вот запомните это, чем сильнее вы сопротивляетесь, тем сильнее вам будет сложнее. То есть, это парадокс такой. Чем больше вы не хотите панической атаки, тем больше она возникает. Чем больше вы боитесь панической атаки, тем больше страх. Чем больше вы говорите «нет», тем больше она «да». И парадокс заключается в том, что когда вы говорите «да пошло оно все, давай», ее нету. Чудо! Когда вы уже настолько вымотаны этими паниками, вы говорите «все, хорошо, давай». Все, я умираю. Пошло оно все лесом. Нету чего-то ничего. Удивительно. Почему? Потому что когда вы говорите «окей, давай, все, хорошо», вы перестаете включать вот эту силу. А эта сила и есть то самое напряжение. Поэтому отсюда тезис очень важный. Поверьте, это очень фундаментальное правило. Хотите избавиться от панических атак прямо сегодня? Вот уясните это главное упражнение. Перестаньте их бояться и считать, что их быть не должно. Просто говорите «да, окей, хорошо». Да, вот развернитесь к ним и скажите «да, что, вегетативное напряжение? Да, хорошо». «Хорошо, умираю? Да, окей. Все. Ну и что? Ну давай, сейчас помру, да». Ни в коем случае вот эту историю не включайте. Нет, не надо, нет. Вот если вы так будете, чем сильнее давите «нет», тем сильнее давит на вас. Это очень большая ошибка. Надо научиться, это очень странно звучит сейчас, я понимаю. Но как только вы говорите «хорошо, я умираю, окей», тут начинает все изменяться. Вот с этим понятен тезис. Подождите, пока вопрос писать попозже. Вот с этим тезисом упражнение главное понятно. Вот у вас есть очень главная техника прямо сегодня закончить ваши панические атаки. Чем больше вы их боитесь и говорите «я не пойду на улицу, потому что у меня будет паническая атака», вы уже напряжены. И вы выходите на улицу и говорите «ой, мамочка». А начнется или не начнется? Ой, что-то уколол. А, нет, принесла, это не то, это с другой стороны. Вот здесь должна уколоть будет. Ага, здесь нормально. Идете дальше. О, все, ага, вот оно начинается. Папа бежала домой. Вот это большая проблема. Вам надо научиться выходить на улицу со словами «хрен оно, колет, ёкает. Я знаю, что обследование было». Патологии есть, от которых можно умереть? Нет. Значит, по статистике я не отличаюсь ничем от обычного человека. Вот и все. Если мне суждено умереть, то я умру примерно с такой же вероятностью, как и любой другой человек на улице. Вот и все. Но когда вы начинаете говорить «нет, только бы у меня не началась паническая атака». Представляете себе человека, который устраивается на работу, только бы меня взяли на работу. Я должен произвести хорошее впечатление. Я вот очень хорошее впечатление должен произвести. А уже идет собеседование. Нет, надо очень хорошее впечатление произвести. Надо очень постараться. Вот прям соберись давай. Соберись, вот надо. Угу. Как вы будете производить впечатление в таком виде? Это невозможно. Если вы хотите произвести хорошее впечатление, вам надо расслабиться и просто расслабиться и рассказать о себе. Но когда вы выходите на улицу со словами «нет, только бы не началось», вы делаете большую ошибку.
С завтрашнего дня выходите на улицу со словами «давай», «давай». Начнется вегетативное напряжение, скажите «хорошо», «давай еще», «без проблем». Я знаю, что от этого никто не умер. И вот тут люди, вот вас почти 60, будут делиться на две категории. Поверьте мне, моему опыту, если вы сможете хотя бы один-два раза через это пройти, когда начинается, и вы говорите, давай, окей, все окей, вы увидите, как быстро это закончится, и вы даже удивитесь. И повторив это 2-3 раза, вы перестанете испытывать паническую атаку. Вегетативное напряжение какое-то будет в теле, но оно не будет возникать до паники. И вот это и есть главный первый тезис по работе с панической атакой. Поэтому здесь я закончу историю про паническую атаку, потому что главное упражнение – это перестать включать сопротивление, перестать считать, что это приступ, перестать считать, что это болезнь какая-то. Это просто пароксизмальный разгон под собственным давлением. Не надо, нет, нет. Вот и все. Но, конечно, возникает другой вопрос. Многие мои клиенты говорят, Леш, мы посмотрели ваши видео, мы посмотрели там другие видео, но что-то как-то вот нам объяснили, мы все поняли, мы даже упражнения применили, панические атаки действительно быстро ушли. Но дальше соматическое состояние тела все равно как-то шалит. Да, у меня нет вот этих приступов страшных, у меня действительно что-то как-то вот нету, но действительно что-то шалит. Поэтому давайте понимать следующее. Что я сейчас напишу, слои агорафобия, паническая атака и фобии, другие, вегетативное напряжение. Вот это классические слои невроза. Избегание и страх самостоятельного передвижения, паническая атака или страх за сердце, задохнуться, потерять сознание, бла-бла-бла. Под этим идет вегетативное напряжение. Вегетативное напряжение возникает из-за того, что есть в личности внутренний конфликт. Внутренний конфликт возникает под действием мировоззрения. Мировоззрение формируется в детстве. Вот, собственно говоря, вся схема, которую надо знать любому психотерапевту. Но поскольку я привык просто лекции читать в большинстве случаев для моих коллег, то я так и буду сейчас говорить. Понятное дело, что агорафобия и паническая атака непосредственно отношения в механизме к маме и папе не имеет, но они связаны с детством очень плотно. Потому что паническая атака, агорафобия и паническая атака и вегетативное напряжение возникает из-за противоречия, которое связано с мировоззрением. Мировоззрение конфликтует с реальностью, а ваше мировоззрение формировано в детстве. Поэтому это все очень связано. Но если мы говорим о терапии панических атак как приступа, оно с мамой, с папой не связано. Как связано с мамой, с папой история про то, что ты сопротивляешься и веришь в то, что тебе сердце разлетится на мелкие кусочки? Ну нет связи, правда? Как связано то, что вы выходите на улицу со словами «Только бы меня не накрыло!» Вообще. У вас есть просто убеждение, где вы делаете ошибку, сами нагнетая вот это состояние. А вот мама с папой, когда мы приходим уже к терапии невроза, поэтому давайте еще раз определяться. Агорафобия, паническая атака и избегание – это отдельный процесс работы, окей? Вегетативное напряжение – это некая прокладка, простите за сравнение. Сейчас я вам нарисую эту грань, которая может быть и без панических атак. Вот напишите сейчас плюсик, у кого есть вегетативное напряжение, а панических атак нет. Ну вот. Вот это как раз та самая история. Потому что вот это самое, вот это классно, то, что вы так много вас написали, плюсики. Смотрите, почему. Потому что вегетативное напряжение – это следствие невроза. Понятно теперь? Вот слушайте меня внимательно сейчас, пожалуйста. Вегетативное напряжение телесное – это следствие неврозов.
в большинстве случаев. Есть, конечно, истинные поражения вегетативной системы, есть болезни на уровне эндокринологии. Мы сейчас об этом медицинскую историю брать не будем. Мы берем психологическую, все-таки невротическую историю. Что ваше тахикардия, сердцебиение, экстрасистолы, напряжение в горле, сложность с глотанием, неполный вдох, всякие пронзания, ёканья, головокружение, нереальности в голове, туман, напряжение в теле, мышечные зажимы и прочие, кишечник, там, поносы, запоры, вздутие, газообразование, сибарии, шелушение на коже, всевозможные другие психосоматические истории, это все называется телесное проявление неврозов. А вот невроз это и есть вот это самое телесное проявление, вызванное внутренним конфликтом. Понятно? Подождите, подождите, не отвлекайтесь. Слушайте меня внимательно. Все телесное внутреннего конфликта. А внутренний конфликт проявляется между борьбой и мировоззрением. Ребят, не отвлекайтесь. Борьбы мировоззрением и реальными жизненными обстоятельствами. И чем жестче и не гибче ваше мировоззрение, чем жестче и не гибче ваше убеждение, и жестче оно конфликтует с реальностью, тем тяжелее внутренний конфликт и тяжелее, соответственно, невротическая реакция. Вот тут и есть разделение. У кого проще, у того будет обычный неврозик. У кого долгое и достаточно серьезное такое мировоззрение, знаете, у того будет личностное расстройство. Вот у меня, допустим, была клиентка, которая недавно закончила терапию. Она из Москвы, девушка молодая. Она обратилась ко мне, потому что полгода назад у нее начались панические атаки. И терапия составила 5,5 месяцев. Сделали так, что ее панических атак не было уже где-то после первого, там после 6 недель у нее уже панических атак не было, вегетативное напряжение было. А потом мы все это время работали с ее мировоззрением, потому что я знал, что ее вегетативное напряжение вызывает мировоззрение. То есть сначала я ей объяснил основную работу с паническими атаками, потом я объяснил, почему у нее вегетативное напряжение из-за мировоззрения, потом мы приступили к мировоззрению. И вот когда она поменяла некоторые нюансы, все и закончилось. Она у меня сейчас летает каждую неделю в Европу по делам. Как шла терапия? Рассказать? Смотрите, первое. Значит, первое мы работали с панической атакой. Это примерно то, что я вам сегодня рассказывал по поводу разных упражнений. Не сопротивляться, вызывать, провоцировать, усиливать. Ни в коем случае не избегать ситуаций, в которых у вас где-то была паническая атака. Придите туда и скажите, давай. Давай, загаси меня. Вот это вся история. Как только вы начнете понимать, что у вас панических атак уже нет, и вы как-то можете их контролировать, но вегетативное напряжение осталось, я перехожу к следующей истории. Вы должны четко себе объяснить, что вегетативное напряжение – это следствие эмоций, а не болезни. И, естественно, вегетативное напряжение безопасно. У вас может быть понос, тахикардия, золотуха, я не знаю, и головокружение, но оно безопасно. Вот это очень важно понимать. Следующим этапом будет изучение мировоззрения. И вот здесь мы с ней как раз где-то примерно 4 месяца и работали. Ну, девочка попалась такая, достаточно начитанная в этом плане. И очень быстро мы вышли на то, что у нее есть проблемы дома, в конкретном плане с мужем, где она не может с мужем развестись, потому что у нее был папа, и у нее мировоззрение примерно такое, что они, в общем, не буду вдаваться в детали. Суть была в том, что она не должна была бросать этого мужа, потому что посчитает себя очень плохой за это. Но и жить с ним не может, потому что он ее как бы тяготит назад. И вот эта борьба между тем, что она хочет жить полной жизнью, и не может оставить этого мужа, который не удался в жизни реальной. И вызывает у нее вот это внутреннее противоречие. С одной стороны, хочется жить самостоятельно и эффектно, она имеет возможность, что она бизнес-вумен, а муж вот как-то вот тянет ее назад. Она его и бросить не может, и он не уходит.
и жить с ним не может. И вот эта борьба противоречия вызывает у нее очень сильное вегетативное напряжение, поскольку она тревожно-мнительная, она это вегетативное напряжение разогнала до паники и посчитала, что это какие-то приступы. У нее было два психотерапевта, которые считали, что это какие-то приступы, как у многих там ВСД. Но на самом деле она просто неправильно понимала вегетативное напряжение, доводя его до паники и пытаясь искать ответы совершенно в других инстанциях. И когда она увидела мои ролики, нашла меня в свое время, вот тут-то все изменилось. Не то, что я себя сейчас хвалю, но как есть, так и есть, да? Сначала паническая атака, затем вегетативное понимание. Теперь по поводу мировоззрения, а потом мировоззрение. Какие структуры мы входим, над какими структурами, да, мы работаем в психотерапии с мировоззрением? Здесь есть несколько основных понятий. Прежде всего, мы работаем со структурой мыслей. То есть мы работаем со структурой убеждений. А в детстве человек, вот в этом самом детстве, получает некоторые убеждения о том, что такое хорошо, что такое плохо, что можно, что нельзя. Понимаете? Как правильно и как неправильно. Какой человек хороший, какой человек плохой. Нравственность, долженствование. Это ужасно, если... А если вдуматься, где это написано? Где это написано? Мы руководствуемся с вами Конституцией, Гражданским кодексом и Уголовным. Это максимум, чем руководствуется человек. Все остальное под названием нравственность и мировоззрение моей семьи является лишь усмотрением самой семьи. Если в семье с детства будет сказано «не есть ромашки», потому что ромашки – это плохо есть, то вы будете убеждены, что ромашки есть нельзя. Ну, я условно говорю. Но это неправда. Это убеждение вашей семьи. Понимаете? Или, допустим, в вашей семье было принято заниматься сексом под одеялом в темноте раз в месяц по воскресеньям. И этим так думает все поколение. Не бывает такого. Это исключительно вашей семьи прерогатив заниматься сексом под одеялом, потому что они так считают, что все остальное это плохо. Поэтому, когда мы говорим о мировоззрении, понимаете, вот так вот в трех словах объяснить тяжело. Давайте попробуем записать. Первое – это структура убеждений, и это когнитивная психотерапия. Второе – это структура выражать чувства или их подавлять. Ну, например, некоторые клиенты говорят примерно так. Меня с детства научили подавлять свои чувства, потому что если я буду настоящее, это плохо. И все в семье у нас все время молчали. И все время молчали и не подавали голоса. А потом моя клиентка приходит, говорит, вы знаете, что-то у меня, говорит, какой-то ком в горле какой-то странный. Удивительно, говорит, наверное, у меня ВСД. Она даже не понимает, что у нее в этом самом горле это и есть та самая история подавления. Поэтому здесь еще раз надо понимать, что структура невроза – это и есть мировоззрение. Первое – это мыслительный аспект, убеждение, нравственность, кто-то сказал правильное слово, Артур, да, нравственность, понимание, что такое хорошо и плохо, нормативность. Да? Второе – это способность выражаться. Третье – это способность думать о себе и о окружающих как-то. То есть бывает так, что с детства девочку или мальчика приучили думать о себе, что он полный дебил. Мы вот ему с детства говорили, ты дебил. Ну дебил-то, что бы ты ни делал, ты дебил. Все. Ну дебила пошел. Это мой сын пошел, дебила, вырос. И ребенок имеет полное убеждение, что это так. И, естественно, удивительно, почему он испытывает очень сильное волнение, когда делает какие-то важные вещи в жизни или вообще их не делает. Ну, правильно, он их не делает, чтобы не бить дебилом, понимаете? И когда девочку постоянно говорят, ты порочная, посмотри на себя, да кто из тебя вырастет? Чё ты как шлюха одеваешься? Кто на тебя женится? Посмотри на себя, кто так ходит? Все это с детства откладывает и закладывает определенные убеждения. Конечно, девочка потом
вырасте, постоянно начинает себя тестировать, а я правильно делаю? А у меня правильно выросло? А у меня правильно сходится или не сходится? А вот как-то вот, может быть, я что-то не так делаю? О каком оргазме вообще потом идет речь, скажите мне? Когда женский оргазм в принципе невозможен, когда девочка расслабиться не может. А мальчик пыхтит, старается, думает, что ты с ним что-то не так. У одного комплекс неполноценности, потому что девочка не может кончить, а у другой комплекс неполноценности, потому что она кончает. Оба друг на друга гонят. А на самом деле проблема в том, что девочка не может расслабиться, потому что у нее есть убеждение, а правильно ли она лежит, а у другого есть убеждение, что он должен довести ее до 80-го оргазма, иначе он не мужик. И вот два невротика сошлись на койке. И вот это проблема. Вот. А это так, из жизни просто, истории моих клиентов, да. Поэтому, еще раз, мировоззрение. Здесь еще есть философский. Ну, слушайте, мне нужны и в политику, и в актеры, куда им только не надо. Дайте на психотерапии остановиться. Вот принесу непоправимую пользу миру, потом уже буду думать, что делать дальше. Значит, еще что входит в мировоззрение. Есть такой автор, наверняка на Украине есть эти книги, Ирвин Ялом и Виктор Франкл. Да нет, хорош. Ирвин Ялом и Виктор Франкл. Найдите в книжных. Эти два автора пишут об очень важной филологии неврозов в мировоззрении, вот в этом глубинном, да? Они пишут о бессмысленности, о потере смысла, целей, о смерти, о таких очень интересных экзистенциальных воззрениях человека очень глубинно, фундаментально базируется, кроме убеждений там и так далее. Поэтому, чтобы понимать, как психотерапевт работает с мировоззрением, это очень такой обширный процесс. То есть все мировые психотерапевтические науки, они работают с мировоззрением, понимаете, так или иначе. Кто-то через мысли, кто-то через чувства, кто-то через данности экзистенциальные, кто-то через смыслы, кто-то через страх смерти, кто-то через личностный рост и тренинговые концепции, постановку целей. Цель должна быть цельная. Цельная цель – это такая цель. Цель должна быть очень цельной, цельной. Когда ты поставишь цельные цели, ты будешь счастлив. Вот кто-то через это работает, через цельные цели, а кто-то работает через родовые каналы. Вот очень интересная технология, когда человек через родовые каналы и рождается второй раз, и типа он как-то он очистился, и у него цель стала цельная, он заново родился. То есть и извращений на эту тему масса, но вся суть одна. Это поменять клиенту, помочь ему самому посмотреть на свое мировоззрение и вырасти внутри себя. Для того, чтобы клиент пришел когда-то на занятие ко мне и сказал: «Леш, ты знаешь, что-то я такой дебил был, как я мог вот так вот думать про этих людей, что-то я перебарщивал. Я перебарщивал со своим начальником, я перебарщивал со своей женой, я что-то был какой-то вот, я серьезно перебарщивал». Я это сейчас понимаю. И если бы я опять оказался бы тогда, когда у меня начинались панические атаки, я бы не вел бы себя вот так. Вот кто сейчас из вас может так сказать, когда у вас начинались симптомы, да, так или иначе? Вот кто может сказать, что действительно что-то я на работе как-то перебарщивал, дома перебарщивал, с людьми перебарщивал? Ну, смотрите, не так уж и много. Есть. И вот если это есть, ребят, это очень хороший момент, потому что это говорит о том, что вы все-таки как-то вот видите этот момент. Возможно, вы работаете с психотерапевтом, возможно, вы читаете какие-то книги, возможно, вы слушаете мои видеолекции и о чем-то размышляете. Потому что человек, который приходит ко мне и говорит: «У меня панические атаки были там 2-3 года назад», я говорю: «А вспомни ситуацию, когда у тебя все начиналось, что там происходило, и как ты к этому сегодня относишься?» Он говорит: «А что, все нормально. Вокруг меня были одни уроды. Все такие дебилы были вокруг меня. Я был нормальным, а там одни дебилы ходили. Начальник придурок. Жена вообще ужасная. Люди давят ноги. Как тут не заболеть ВСД?» Вот это говорит о полностью пока что
такой вот не очень проработанный. Эдипов комплекс – это и есть мировоззрение, Роман. Эдипов комплекс – это тогда, когда мальчик стремится перегнать отца. Проблема только в том, что, Ром, Эдипов комплекс, он будет выглядеть примерно так. Мальчик стремится понравиться отцу и перегнать отца, но в жизни ведет себя так со всеми. И он всю жизнь старается показать свой длинный член окружающим. Показать, что он круче, лучше, у него машина больше, денег у него больше. И он пытается постоянно доказать окружающим, что у него больше, толще, длиннее и лучше. Это классическая эдипова проблематика, где мальчик вступает в конкуренцию с собственным отцом в детстве бессознательно, пытаясь всем доказать, что он, сука, мужик. И вот это как раз история Фрейда, о которой Фрейд говорил. Поэтому это вот туда. В эдипово комплексе есть два сценария развития событий. Сейчас мы не будем об этом вдаваться в подробности. Бывает так, что мальчик очень сильно влюбляется в своего отца. Так формируется бисексуальность мужская. Бывает так, что мальчик не влюбляется сильно в своего отца, не фиксируется сексуально, у него не развивается сексуальное влечение к мужчинам, но вот это вот стремление доказать папе, что я лучше, оно как раз тоже бывает чаще гораздо. Ну что, давайте переходим туда к вопросам, да, потихонечку? Давайте, уже пора. Только я буду тормозить, ладно? Подождите, 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 подождите. Алексей, как работать с долженствованиями? Я буду счастлив, если хуз. Ты будешь счастлив, если хуз? Интересно. Чего ты будешь счастлив, если хуз? Как работать с долженствованиями? С долженствованиями работает когнитивная терапия. Основная идея которой разрабатывалась Альбертом Эллисом и Аароном Беком. Вы можете выбрать ту или иную стратегию. Суть когнитивной терапии заключается в том, что вы должны учиться находить автоматические мысли в определенных ситуациях, записывать их и начинать их по определенной системе разрабатывать. Собственно говоря, там есть много разных подходов, как это можно разрабатывать, но суть заключается в том, что человеку приходится вести дневники каждый день, записывая определенную ситуацию, мысли, в чем накосячил, как можно было подумать более гибче, более альтернативнее, более вариативнее, разнообразнее и так далее. И вот так каждый день. Изучайте когнитивную терапию Аарона Бека, Альберта Эллиса. Об этом очень подробно говорится там. Бросил пить, курить, та-там. Вообще боюсь, думал, что в этом причина приступов. Ага, из-за того, что пил и курил. Потерял статус души компании. И приступы остались. Дмитрий, то, что ты бросил пить и курить, это замечательно. Это хорошо, дольше проживешь. Но неврозы не связаны с этим. Ни с алкоголем, ни с наркотиками. Они только лишь провоцируют общее вегетативное напряжение. Потерял статус в компании, статус души компании. А если ты это пишешь, то, видимо, для тебя, Дим, это очень важно. И судя по всему, что, возможно, я так пофантазирую, да, чуть-чуть, что, возможно, для тебя именно ты сначала потерял какой-то статус в жизни. Сначала в твоей жизни что-то было не так, ввиду чего начались вегетативные приступы, и потом все пошло-поехало. Вот здесь на примере Димы я хочу вам рассказать. Смотрите. Многие клиенты говорят, Алексей Юрьевич говорит, у меня вот депрессия или невроз, поэтому я плохо ем, плохо сплю, не занимаюсь сексом, не хожу в душ, не эпилируюсь, и мне плохо. А я говорю таким клиентам следующее. Я говорю, Зайка, ты сначала начинаешь плохо есть, плохо спать, заниматься хрен знает чем, бросаешь все своей жизни, спорт и хобби, перестаешь мыться, эпилироваться, и из-за этого у тебя депрессия и невроз. То есть, понимаете, что сначала проблема, потом симптом, а не сначала симптом, потом проблема. Вот кто это сейчас понял, поставьте плюсик, пожалуйста. Сначала вы себя определенным образом ведете,
А потом возникает симптом. Молодцы. А многие клиенты считают, что у них сначала симптом, и из-за симптома они начинают себя как-то странно вести. Это неправда. Я вам на своем примере, на примере тысячи моих клиентов могу сказать, что это не так. Вы сначала себя начинаете вести ограниченно, согласитесь? Вы сначала уже ограничены. Вы сначала уже очень взвинчены. Вы сначала уже очень требовательны. Вы изначально уже что-то потеряли. И только потом на фоне этого возникают симптомы, которые все дальше и разгоняют. Обсессии. Обсессии – это навязчивые мысли. Контрастные мысли про убийство, контрастные мысли про убийство, религиозной направленности, пошлые. Как их не бояться и с ними бороться? Дима, это тема терапии ОКР. Давай я подумаю, как тебе это нарисовать. Нарисовать это в схеме. Ну, давайте нарисую это в схеме. Что там время зря терять? Смотрите. В человеческую голову постоянно приходят три категории мыслей. Абсолютно всегда. У любого человека. У меня, у вас, у всех людей. Есть три категории мыслей. Окей? Первая мысль – это мысли важные. Ну, например, важной мыслью было то, что в 6 часов начало вебинара. Окей? Это важная мысль? Пишем. Важное. 18:00 вебинар. Согласитесь, что это важная мысль? Какая возникает дальше история? Вот 18:00 вебинар, да? А что дальше происходит? Смотрите. Происходит следующее. Возникает механизм самоконтроля и самопроверки. Вы говорите, а что я должен сделать, чтобы это реализовалось? Или что я не должен сделать, если это тревожная мысль? Допустим, у вас завтра встреча там с директором там, в 9 утра. Что я должен сделать? Я должен проснуться в 7, успеть на маршрутку, поехать, чтобы в пробку не попасть там, и так далее. Или у меня 18:00 вебинар, что я должна сделать? Я должна для этого там, включить компьютер, зайти на сайт, включить там ссылку, бла-бла-бла. Понятно? То есть тут есть логика. 18:00 как стратегия, а потом логика. То есть логика для того, чтобы это реализовалось. Вот это понятно? Напишите сейчас, Люси, кто это понял. Что как только приходит в голову важная мысль, вы обрабатываете ее логикой. Что вы должны сделать и что вы сделать не должны. Понятно? Вот так обрабатывает... Все, спасибо. Вот так обрабатывает мозг важные мысли. Понятно, что я должен сделать и что сделать не должен. Это нормальное функционирование коры головного мозга. Так все мысли обрабатываются, важные. Но есть еще две категории. Есть одна категория, которая называется нейтральные мысли, или промежуточные еще их называют. Посмотрите сейчас, пожалуйста, все на свою комнату. Быстро. Посмотрите на свою комнату. Вы быстренько очень оценили размер, форму, цвет, правда? Но вы об этом не думали. Вы об этом не задумывались. Это и есть нейтральные мысли. Они автоматические. То есть вы быстренько смотрите дистанцию и так далее. Понятно? А есть еще что-нибудь с балкона там, на крышу машины там, запалят, не запалят, там, увидел красивую девочку в метро там. Мысль какая-нибудь пришла в голову интересная с ней сделать, или мальчика, еще что-то, да? То есть всевозможные разные страшилки приходят нам в голову, это естественно.
Вот когда у человеку обычного приходят страшилки в голову, например, там, а если я там возьму, там, перестреляю кого-нибудь, еще что-нибудь там, о том, о чем автор вопроса спрашивал, да? Вот здесь не будет никакой логики. Он просто посмеется над этим и как бы пойдет дальше. А вот теперь что такое ОКР? Обсессивно-компульсивное расстройство возникает тогда, когда вот человек начинает к страшилкам относиться так же, как и к важным, и включает логику. То есть мысли из тех, которые не должны были обрабатываться логикой, становятся важными и обрабатываются логикой. Это классическая КПТ-теория о том, как возникает навязчивая мысль. Потому что мысль, которая должна была быть отсечена и выброшена, становится важной и обрабатывается логикой. А чтобы сделать, чтобы не, а чтобы сделать, чтобы да, и она становится важной, и поэтому она крутится. Техника работы с этим достаточно специфична. Все зависит от состояния человека. Если человек уже давно с этим, то вот как я работаю. У меня есть клиент с таким вот серьезным состоянием, он постоянно считает, что он может кого-то убить. Причем еще стать маньяком и педофилом. И вот здесь очень важная история о том, что когда человек боится кого-то убить, вот кто задавал этот вопрос, я правда не помню, кто задавал сейчас этот вопрос, когда мне говорит клиент, Дим, что я боюсь убить, я боюсь изнасиловать, я боюсь расчленить, зарезать детей, там семью. Это, вот мы об этом в Питере говорили на конференции, это метафора о том, Дима, как я боюсь быть плохим. Я настолько боюсь быть плохим, и вот эти убийства, изнасилования и религиозные вещи, это просто пик того, насколько я боюсь быть плохим, понимаешь? То есть на самом деле твои навязчивые мысли – это просто иерархия страха быть плохим. А почему ты боишься быть плохим? Можно вот уже далеко ходить не надо. А я боюсь быть плохим, потому что, Димочка, у тебя есть мировоззрение. Это мировоззрение и называется «я не должен быть плохим». А это мировоззрение у тебя взято из детства, где в детстве были какие-то обстоятельства, где тебя по каким-то обстоятельствам воспитывали так, или ты сам сделал какие-то выводы, что ты ни в коем случае не должен быть плохим. И отвечая на вопрос, а как я могу быть плохим, ты говоришь, а вдруг я убью, изнасилую, сброшусь, вот эта история, сойду с ума. Что такое сойду с ума? Я подведу семью, правда? Сойду с ума. Мама с папой скажут, о, точно дебил. Я же говорил, он дебил, вот с ума сошел, пожалуйста. И тебе настолько это страшно, потому что ты хочешь не быть дебилом, ты хочешь быть умной девочкой, умным мальчиком. Поэтому, естественно, страх о сумасшествии причиняет огромный дискомфорт, потому что если мои родители говорили, что я полный идиот, а тут я еще сойду с ума, значит, они правы. Соответственно, история про убийство также точно работает. Понятна логика, что все окна ножей, веревок, балконов, шизофрении и прочие вещи – это история про то, как сильно вы боитесь быть плохим. Да, Ром, парадокс заключается в том, что когда я занимаюсь такими пациентами, это очень интересная терапия. Вот этот человек, который у меня, о котором я сейчас тебе рассказывал, как бы это смешно не было, но он должен научиться быть плохим. Вот реально. Он должен принять тот факт, что он может быть плохим. Поясню. Так случилось, что в его детстве, вот в этом самом нижнем пласту, да, которое сформировало его мировоззрение, чтобы вы просто понимали, знаете, как его мама воспитывала? Рассказать? Это будет жесть вообще. Травке больно. Цветочки плачут, у жучков есть детки, боженька на тебя смотрит, ну и так далее. Я не буду сейчас все рассказывать, что там было, потому что именно вот это убеждение сформировало у мальчика четкое понимание, что он не может быть плохим. И естественно, он так и вырастает.
И конфликтует в нем следующее. Он хочет быть собой, он хочет быть обычным парнем, он хочет заниматься сексом, он хочет стрелять из рогатки по воробьям, он хочет ходить по травке, он хочет рвать цветочки, он хочет рвать майским жукам крылья. Но кому не хочется в детстве, правда? Девочка хочет играть с куклами, трогать себя иногда в детстве, интересоваться мальчиками, но... Когда вот эта тема начинает говорить, ты плохая, и этого нельзя, ты порочный и ужасный, ты оторвал цветочку, лепесточек, как ты мог? Цветочек плачет, иди пожалей цветочек, больше не отрывай. Причем самое интересное, что родители здесь, естественно, а родители здесь, знаете, вот, ну а как же, он же вырастет маньяком тогда. Вот он убил воробья, маньяком будешь? Не надо, будешь плохим дядей. Вы не представляете, какое воспитание у этого моего клиента было. Естественно, удивительно, что он у него УКР. Удивительно, правда? Ром, смотри, здесь нужно относиться к этому со всей объективностью. Мы не можем пойти сейчас взрослыми, начать валить воробьев, значит, жучков и так далее. Хотя, в принципе, ну, наверное, кто-то бы сказал, почему бы и нет. Но... Ты должен просто научиться понимать, что все, что было вложено в детстве, это неправда. Ты мог ходить по траве, ты мог убить голубя, мог убить воробья, потому что ты был ребенком. Ты мог кому-то причинить боль по неосторожности, ты мог кого-то обидеть, ты был ребенком. Но проблема, Олег, УКР заключается в том, что ты сегодня 35-летний мужчина, а боишься ты так же, как маленький мальчик. Потому что как будто сзади стоит мама с веслом или папа с дубиной. И говорит, если ты так сделаешь, получишь по башке. И вот это и есть проблема. Потому что сегодня там с веслом никто сзади не стоит. Ты просто привык так думать. А вдруг я буду плохим? А вдруг я буду плохим? Потому что ты в это веришь. Почему люди не могут сказать «нет»? Не потому, что им сложно сказать «нет», вы знаете, я не смогу, у меня вебинар вечером, я, извините, не успею. А потому, что ты думаешь, что ты, сказав «нет», обидишь человека. А почему ты так думаешь? Потому что когда-то вот здесь тебе сказали «не надо обижать мальчика, иди помоги ему, он расстроится». Не делай плохо, тебя накажут. И вот это постоянное педалирование в семье формирует невротическое воспитание, мировоззрение, что девочка не может сказать «нет». Да, конечно. А вы останетесь до 10 вечера? Да, конечно. А вы подметете? Да, конечно. А может, вы еще отчет делаете квартальный? Да, конечно. А может, вы еще поедете в командировку? Да, конечно. Почему она не может сказать «нет»? Потому что у нее есть убеждение, что это плохо, она обидит, расстроится, будет какой-то плохой. А еще лучше, знаете, что с ней не будут дружить. Когда в детстве девочке пестуется история, будь хорошей подругой, иначе ты останешься одна. Или, например, делай хорошие дела, чтобы тебя любили. Как эта девочка во взрослой жизни будет делать что-то, то, что она хочет? Она не сможет. И вот вам внутренний конфликт. Вот эта тема обижать родителей, она тоже, Артур, очень интересна. Как из-за этого не обижаться теперь на своих родителей? Поймите правильно, что когда вот мы в нашем институте и все мои коллеги об этом говорим, здесь надо понять следующее. Давайте сейчас остановимся в вопросах. Остановитесь, пожалуйста. Артур задал правильный, очень важный вопрос, как после этих осознаний, что вот это все вложенное в мировоззрение ребенка сегодня вами крутится и мешает вам, как здесь не обижаться? Я хочу пояснить. Первая реакция – это действительно обидеться на родителей, сказать, что вы, уроды, со мной сделали. Это первая реакция, это, ну, она естественная. Но я вам хочу сказать следующее. Ваши родители были рождены в Советском Союзе. Так? Так, время, когда они были рождены, достаточно было непростое. Ни в России, ни в Украине, нигде. Ваши родители не заканчивали психологических факультетов высшей школы психологии и бизнеса. Им довелось достаточно нелегкий период времени.
вашим бабушкам и дедушкам, нашим, можно я скажу, нашим бабушкам и дедушкам, досталась война. Вторая мировая, где они плечо к плечу воевали. И после 45-го восстанавливали и Украину, и Россию. Естественным образом в таком хаосе они не могли воспитывать, потом их не могли воспитывать, вашу бабушку и дедушку, ну, объективно нормально. У ваших бабушек и дедушек сложилось определенное убеждение, каким надо быть человеком, советской идеологии и так далее, понимаете? Поэтому ваши бабушки и дедушки, Артур, не могли воспитать по-другому ваших родителей. А ваши родители не могли по-другому воспитать вас. Не потому, что бабушка с дедушкой плохие, и не потому, что с мамой, с папой специально это делали, а потому, что они просто по-другому не умеют. И благодаря нашим с вами занятиям у вас есть шанс исправить это и воспитывать детей по-другому, давая им более гибкую концепцию жизни, более объективную концепцию жизни, что не красное и черное, не белое и черное есть, а есть воспитывать детей по принципу, что ты знаешь, есть вот так и так. Ох, видно. Не вот так надо воспитывать детей. Надо воспитывать детей вот так. Ты это знаешь? Понимаете метафору? Что когда ребенку говорят, заплетай косички, будешь хорошей девочкой, косички не заплетешь, будешь плохой девочкой. Вот это очень однобоко. Учись на пятерке, тогда мы тебя будем любить. Принесла тройку или четверку, ты плохая. Чтобы ты был умницей, ты должен стать, закончить институт, найти хорошую работу и устроиться на завод. Старая идеология формировала невротиков для Советского Союза. Потому что в Советском Союзе вот такое невротическое воспитание, оно было естественным. Детский сад, идеология, школа, идеология, институт, идеология. После института распределение на завод. Всю жизнь на заводе, пенсия закопали. Да? Так нас учили ваших родителей жить. Подожди. Вот так учили жить наших родителей. Проблема в том, что наши родители так научились жить. Разница в том, что сегодня 2014 год, и так никто не живет. И то, как они вас воспитывали, и ту идеологию 80-х, 90-х, которые вас в 70-х вложили, она сегодня не работает. Поэтому такое повальное количество неврозов. У вас мировоззрение, которое было вложено родителями, полностью противоречит реалиям. Набор фломастеров действительно навел на новые мысли, потому что эту концепцию я показываю своим клиентам. Просто у меня под рукой была. Вот понятие невроз, вот понятие здоровая психика. Понимаете разницу? Вот это очень важно. Когда человек думает о том, что вот только так и никак иначе, вот только вот так, моя задача научить его испытывать всю палитру эмоций, что нету добра и зла, есть еще много чего интересного. Что нету секса под одеялом, есть много интересного секса. Вот, это очень важно. Поэтому винить своих родителей нужно заканчивать. И понять это просто, кто вот задавал этот вопрос, да? Поймите, что они были воспитаны и воспитывали вас не потому, что они плохие, а потому, что их так воспитали. Простите их, пожалуйста. Примите их такими, какими они есть. Многие члены вебинара пытаются своих родителей переделать, да? Кто ссорится со своими родителями, говорит, вы не такие, так не надо, вот это плохо, ты меня не понимаешь. Прекращайте. Прекращайте, вы их не исправите. Их такими, какими они есть, и все. И когда вы прекратите пытаться изменить своих родителей, все у вас изменится. Вот это очень важно. Кто-то спрашивал про яркий свет. Когда раздражает яркий свет и яркий звук, это симптом неврастении, симптом переутомления. Это говорит о том, что ваша психика находится в состоянии переутомления. Вам показан отдых, витаминотерапия, психотерапия.
Вы рассказывали о заявлении покойного Бориса Дмитриевича Карвасарского, хочу заметить, что кардиофобы имеют здоровое сердце. Правда ли это? Хорошо, давайте я. А кстати говоря, кто-то меня троллил на тему того, что Красиков о том, что Карвасарский такого не говорил. А я сейчас поясню. Значит, суть вопроса, ребят. Значит, вопрос заключается в том, что ваш покорный слуга когда-то сказал, что главный психотерапевт страны, к сожалению, ушедший на 83-м году жизни, заведующий кафедрой психотерапии Института имени Бехтерева, головного мозга, на одном из семинаров сказал следующее, что ни один невротик не умер от невроза сердца и так далее, о том, что невроз безопасен. Вот была такая тема, что человек, который боится, не умер от того, чего он боится. Была такая история, поэтому человек сейчас спрашивает об этом. Я так понимаю, что вопрос об этом, если я правильно понимаю вопрос. Я правильно вопрос понимаю, интересно? Минутку. Вот что такое правильное представление о каких-то явлениях, связанных с... Вот я вам, собственно говоря, те, кто меня там троллил-то, собственно, давайте мы сейчас чат закроем, и еще раз послушаем слова покойного профессора, академика Бориса Дмитриевича Карвасарского. Ну, я бы, конечно, встал бы сейчас, я сейчас встану, отойду в сторону. Потому что это мой учитель во многом и учитель большого количества психотерапевтов. Он ответит на ваш вопрос, можно ли умереть от невроза. Это очень важные слова. Чтобы его понять, вам надо знать два термина. Первый термин – это большая психосоматика. Это реальные болезни, от которых умирают. И второй термин – это катамнез. Катамнез – это изучение пациента после выписки из отделения неврозов. Понятно? Слушайте, пожалуйста, внимательно. Вот что такое правильное представление о каких-то явлениях, связанных с патологией, я продемонстрирую на очень важном для психотерапевта примере, потому что это имеет прямое отношение к психотерапии. Значит, когда мы говорим о большой психосоматике, то в нашей литературе считалось и до сих пор многими выдающимися психотерапевтами считается, что прежде чем возникает, допустим, гипертоническая болезнь, или прежде чем возникает невроз сердца, или невроз извините, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, или бронхиальная астма, сначала возникает невроз сердца, невроз дыхания, сосудистый невроз. Значит, Мясников, золотой стетоскоп, первый терапевт мира, если мы читаем его труды, покойный ныне, если читаем его труды, то он полагал именно так, что сначала возникает невроз, а потом уже возникает органическое поражение какой-то системы. Чернорусский, крупнейший наш интернист, Чазов, очень крупный наш относительно недавнего уже времени работающий терапевт. Вот так они считают. На самом деле все выглядит совсем наоборот. Совсем наоборот. Многочисленные работы наши, значит, 60-е годы, это были годы, я говорил, в клиническом патоморфозе, это были годы соматизации, и в клинике невроза Института имени Бехтерева выполнялись, ну, буквально полтора десятка диссертаций, которые описывали вот эти органные неврозы. Неврозы сердца, дыхания и другие. И последняя работа из этого цикла, это работа, которая уже докторская диссертация выполнена через 20-25 лет и рассматривает катамнез тех больных, которые были когда-то описаны и имелись в архиве. Значит, Валентин Анатольевич Апапков, профессор, доктор наук нашего отделения, он обратился к этим больным. Что же оказалось?
Оказалось, что ни один больной, который болел неврозом сердца, не заболел ишемической болезнью сердца. Ни один больной, у которого был невроз дыхания, не заболел бронхиальной астмой. Ни один больной, который болел неврозом желудка, не заболел язвенной болезнью желудка. Значит, оказалось, слова, которые употребляются в зарубежной литературе, что невроз является страхованием жизни от больших психосоматических заболеваний. Значит, совсем наоборот тому, что говорили выдающиеся наши интернисты. Значит, что невроз органный, страхование жизни от больших психосоматических заболеваний. Поэтому все мои клиенты и живы. Можно представить себе, какое психотерапевтическое значение это может иметь. Потому что у меня есть больной, капитан первого ранга, преподаватель академии, у которого страх, кардиофобия, он боится, что он может умереть от инфаркта, так же, как умер его отец. Вот. Ему ставят диагноз невроз сердца. С его точки зрения невроз сердца, как ему говорят до сих пор, да, что невроз сердца – это прелюдия к формированию ишемической болезни сердца и ее последствий. Да? И если психотерапевт приходит к такому больному, вот это есть психотерапия одной беседы. Если он еще принесет литературу, сумеет показать больному, что невроз сердца – это страхование жизни от ишемической болезни сердца на десятки лет, вот тогда это часто выступает вот как психотерапия одной беседы. Ну вот, собственно говоря, короткий эпизод. Я надеюсь, что там те тролли, которые троллили меня по поводу этого высказывания, наконец-то насытились вопросами. Итак, ответ еще раз, что действительно органически доказано, почему кардионевроз – страхование от ишемической болезни. Потому что сердце – это мышечный мешок, и ваша тахикардия 100, 120, 130, как вам кружится в покое – это абсолютно естественная функциональность сердца, как будто вы тренируете спортом. То есть фактически вы тренируете ваши сосуды, ваше сердце и так далее. Напишите значок вопроса, кому понравились слова Бориса Дмитриевича. Это все-таки важный человек в психотерапии. Вы просто мало знаете, сколько он сделал для страны и для мировой, ну, вообще для психотерапии. А значки вопроса – это что значит? Что вы сомневаетесь в этом? Или что? Или это просто на клавиатуре так? А, перепутали. Просто кто-то сомневается, но это докторская диссертация. Чтобы защитить докторскую диссертацию... А, я сказал знак вопроса поставить? Прикольно. Это моя... Чтобы защитить диссертацию и иметь эти данные, человек обратился к статистике, понимаете? Он взял больных, которые были выписаны из отделения, посмотрел причины смерти, посмотрел действительно соматическую картину через 25 лет после страшилок их в голове, и оказалось, что не произошло того, чего они боялись. Это феноменальная докторская диссертация. Я уверен, что она одна из самых эффективных. Спрашивал кто-то по поводу звуков. Свет, значит, яркий свет, яркий звук – это один из симптомов неврастении. Когда человека начинают раздражать яркий свет, яркий звук, какие-то шумы за окном становятся раздражительными, он перестает концентрировать внимание, такая болезненная слабость, провал перед сном, повал, но там не повал перед сном, там знаешь, какая история получается в неврастении, когда человек куда-то проваливается, как будто, знаешь, вот ты засыпаешь, провал, да, ты такой ложишься и такой, ох, куда-то там вздрагиваешь. Вот эта история с неврастенией, это история про переутомление. А неврастения говорит о том, что тебе показан отдых, потому что твое тело переутомлено. И вот эта вот болезненная слабость неврастеническая под названием яркий свет, звук раздражает, говорит о том, что твоя вегетативная система уже давным-давно это самое,
твоя система давно переутомилась. Да, нужен отдых, конечно. Неврастения – это расстройство психологического генеза, но которое очень тяжело переносится. Неврастения, как правило, это внутренний конфликт психики, в котором формируется очень такая интересная штука. Внутренний конфликт неврастении связан с тем, что человек формирует нездоровую потребность к успеху, не совсем адекватную его обстоятельствам. То есть человек говорит, я должен ответить на все телефонные звонки, я должен работать 6 дней в неделю, я должна сделать все, я должна никому отказать, я постоянно должна быть на эффективности 100% от максимума. Она спит с телефоном, болеет с температурой 38 с документами, ходит на работу с температурой 39, а тоже начальник расстроится, правда? Идет после этого с температуры в магазин, чтобы купить курицу, потому что муж сидит, футбол смотрит, он же сам не может, он же инвалид у нее, да? Естественно, соответственно, вот эта история с очень нездоровым отношением к перегибу и приводит человека к неврастении. У неврастении есть три стадии: легкая, средняя и тяжелая. Легкая и средняя показана витаминотерапия, психотерапия. В тяжелой степени неврастении, когда уже совсем человек не может вставать с постели, если человек может довести себя до такого состояния, показан, конечно, госпитальный режим. Прежде всего, неврастении, вот кто тут плюсики, да, ставил, вот эти трудоголики наши, значит, товарищи трудоголики, слушайте меня сейчас внимательно. Первое. Ваша неврастения движет невроз. Вы говорите, что я должна много, я должна лучше, я должна спать с телефоном, я должна там т-т-т-т-т-т, потому что это невроз. Это работа психотерапевта. Вы считаете, что вы так должны жить, потому что тогда вы будете эффективны или тогда вас можно будет любить, понимаете? И поэтому вы вот так вот перебарщиваете. Вот это перебарщивание ваше тело очень сильно разрушает, можно сказать, и переутомляет. Поэтому вам, у вас же нету времени поесть, правда? Кто считает, что у него нету времени поесть? Нет, конечно. Ну да. Вы же такие важные, у вас же так много работы. Какой обед? О чем вы? И вот это ваша первая ошибка. В неврастении, у человека, который болеет неврастенией, ему очень важно есть как минимум 4 раза в день небольшими порциями. Это очень важно. Второе. Еда должна быть витаминизирована и насыщена. Это не просто ролтон 5 минут. Это полноценный салатик. Второе. И так далее. Вы должны кушать как минимум всегда завтрак хорошо, обедать и 2 раза ужинать. Не пускай это будут небольшие порции. Вы должны научиться. Ну да. Поэтому курортное лечение в России было развито очень, Надежда, потому что работали-то все по звонку. Соответственно, почему санаторно-курортное лечение в Советском Союзе было развито? Чтобы предупредить неврастению. Как только к врачу приходили с первыми симптомами неврастении, давали путевку в Ессентуки, он там отсыпался, отъедался, восстанавливался, и еще полгодика мог работать спокойно. Потом опять в Ессентуки. Поэтому мои клиенты с неврастенией, прежде всего мы с ними работаем над улучшением качества питания, качества витаминотерапии, качества воды. Обязательно режим труда и отдыха должен быть изменен, сна режим, обязательно спорт, обязательно водные процедуры. В ряде случаев очень хорошо помогает отдых, санаторно-курортный. Ну, я не похудел, я просто немножечко сейчас не занимаюсь, это быстро восстанавливается. У меня просто, я отравился недавно мясом сильно, и я мало ел, не хотел есть, поэтому я так немножко осунулся. Лицо просто поменялось. Болевал всю неделю. Подождите, очень много, стойте. Кто-то важный, интересный вопрос. Действует умственное перенапряжение, но это и есть переутомление, неврастения. Как действует умственное
перенапряжение. Но оно проявляет сонницей и вегетативным напряжением. Ну, так, суетой, беспокойством. Когда будет ролик «Отношения с противоположным полом, включая секс»? Ром, этот ролик есть, трехчасовой. Это секрет моих клиентов, потому что это вебинар называется «Вебинар по сексу». Почему-то этот вебинар побил все рекорды по отзывам. Я был очень удивлен, но когда я получаю обратную связь от тех, кто приобретает блоком эти вебинары или по отдельности, почему-то я был уверен, что на первое место выйдет вебинар по работе с симптомом, потому что как бы он самый, ну, важный. Но парадоксальным образом почему-то вебинар про секс и отношения с противоположным полом, как раз который там мы разбираем как причину неврозов, да, он почему-то многим кажется самым главным. Реально, ну, наверное, наверное, люди видней. Поэтому это и есть, Рома, это вебинар по сексу. Действительно получился неплохим. Если я сам дошел до внутреннего конфликта, если я дошел сам до внутреннего конфликта, если какой совет, как отказаться от своего мировоззрения? Олег, отказываться от мировоззрения не нужно. Его нужно уметь осознавать, в чем есть косяки, так сказать, да, в этом мировоззрении. И работать над его болью, над его гибкостью. То есть тебе нужно не отказаться. Поймите меня правильно. Олег сейчас хорошо формулирует. Многие клиенты думают, что я буду вас заставлять отказываться от вашего мировоззрения. Да? Многие будут думать, что я буду заставлять говорить, нет, ты не прав, давай по-другому. И отказываться от ваших убеждений, отказываться от мировоззрения, философской позиции. Неправда. Я не буду заставлять вас отказываться. Моя задача, чтобы вы просто посмотрели на это по-разному. Если Олег захочет от чего-то отказаться, он сам от этого откажется. Если он захочет к чему-то поменять отношение, он сам это сделает. Я это не буду делать за него. Просто я определенными философскими диалогами покажу ему, насколько эта позиция гибка. Ну, например, хотите один из моих философских диспутов с клиентом? Да? Хотите философский диспут? Диспут с моим клиентом. Вот смотрите. Классика жанра. Мне клиент говорит. Просто когнитивная психология, особенно Альберт Эллис, она во многом построена на знании философии. Вот смотрите. Клиент говорит. Алексей, но как же я откажусь от своего мировоззрения, когда мое мировоззрение абсолютно правильно? Ведь я же такая начитанная, эрудированная женщина. Мое идеологическое воспитание абсолютно естественно и правильно. Благодаря нему я стала очень эффективной и меня ценят на работе. Благодаря моему мировоззрению, моему убеждению я имею то, что я имею. Как же я от этого буду отказываться? Кстати, нажмите плюсик, кто так думает, что если он будет отказываться от своего мировоззрения, он станет каким-то слабым, никчемным, каким-то уязвимым и так далее. Есть, да, такие товарищи? Вот, смотрите, спасибо. Я говорю следующее. Я говорю, хорошо, окей, давай об этом поговорим. Я летал в Турцию этим летом. И там была девочка, которая обложилась книжками Оша. У нее везде лежали Оша. Она сидела 12 ночей в Турции, в дорогом отеле, обложенная книжками Оши, читая ее под зонтиком. Она не выпивала, не танцевала, не играла в волейбол на пляже с парнями, с девчонками, не ходила на дискотеки, не ездила в город, не веселилась, не плясала, не занималась сексом. Ничего не... Она читала книжки Оши. Потом, когда мы ехали с ней в одном автобусе домой, в аэропорт, я говорю, а что ты прочитал, ты весь отпуск? Она грустная такая едет. Я говорю, ну как отдохнула? Ну, так себе, говорит. Я говорю, а что так? Ну, как-то скучно. Я говорю, так ты же сама просидела вот под зонтиком. Ну, да, но что-то как-то было не весело. Понимаете? Человек на самом деле был не способен
А другие ребята веселились, игрались. Вот кто из них здоровее, скажите? Кто читал книжки Оши и считал себя очень высокоразвитым? Или кто веселился? Кто из них здоровее? Хороший, да? Вот хороший момент. Конечно, кто веселился. И когда ко мне... Спасибо. Стоп. Потому что человек, который обложился книжками Оша на отдыхе в Турции, и потом еще от этого страдает, я говорю примерно следующее своим клиентам. Я говорю, если ты такая мудрая, если твое мировоззрение такое охрененное, что ты тут делаешь? Если твоя жизненная позиция приносит тебе счастье и гармонию, чего ты здесь сидишь? Если твои убеждения делают тебя здоровой, чего ты ходишь по больницам? Если ты считаешь, что ты права во всех инстанциях априори, чего ты здесь делаешь? И тут люди начинают задумываться, что что-то как-то действительно не контачит. Потому что люди, которые действительно в гармонии со своими убеждениями, со своим мировоззрением, у них нет никакого вегетативного напряжения на эту тему, у них нет внутренних конфликтов. Они действительно считают, что вот они вот так делают, потому что ты-то-тым. У них нет таких проблем. Они не знают, кто Красиков, они не знают, кто психотерапевт. Они живут своей жизнью, они говорят, кто? Кому-то пошел к психологу? К какому психологу? Тебе нужен психолог, да забей, это все нормально. Эти люди живут по-другому. Но когда ко мне клиент приходит и начинает отстаивать собственное убеждение, что это его делает сильнее, главное здоровее, вот это самое интересное, я говорю, а что ты пришел? Ну, у меня вот вегетативное напряжение. Я говорю, так вегетативное напряжение – твои эмоции. Ну да. Я говорю, эмоции у тебя откуда? Характера. Я говорю, так что с твоим характером? Ну да, говорит, наверное, говорит, я где-то, говорит, перебарщиваю. И вот это слово, что, наверное, где-то перебарщиваю, и является очень терапевтичным, потому что он понимает, что его мировоззрение и его характер все-таки какой-то не идеальный. Теперь по поводу эзотерики, вот эта тема Соша, да? Вот попробуйте сейчас, только лишнего не пишите, пожалуйста, подождите. Как вам кажется, почему она обложилась книгами Оша на отдыхе в Турции? Ваше предположение. И именно Оша, ты посмотри. Ну, невроз, это понятно. Хочется показаться умной, тоже хорошо. Ну, какой там просвещается? О чем ты? В Турции, на берегу Средиземного моря, нормальные люди отдыхают. О, защита, правильно. А чего же она защищает? Ну, хорош, все, спасибо. Смотрите, эзотерические концепции, они очень классно для невротиков работают. Вы когда приходите в эзотерический магазин или общаетесь с темой эзотериков, вы никогда не замечаете, что они очень похожи друг на друга. Объясню почему. Девочка обложилась книжками Оша по очень интересной схеме. На самом деле, эта девочка боялась заниматься сексом, боялась отдыхать, боялась веселиться, боялась быть собой. Она просто этого не умела. Она не умеет веселиться, не умеет отдыхать, потому что либо она считает, что это плохо, либо она считает, что это неправильно, либо она просто тупо не умеет. Но она признаться в этом не может. Поэтому ей надо взять умную литературу, обложиться умными книгами со словами: нет, ребята, я вот, у меня чакра Сахасрара открылась, и сейчас в нее входит вселенский поток. Вы веселитесь, веселитесь. У меня вот тут важнее дела. Эта защита называется рационализация или интеллектуализация. Она таким образом пытается защититься от того, что она смотрит на ребят в шортах, девчонок, которые играют, веселятся. Она не может. Понятно почему? Потому что она не умеет. Она не умеет, потому что ее либо не научили в детстве этого делать и не разрешили, сказали: Галя, не надо,
Это ай-яй-яй. И Галя сидит всю жизнь, Оши читает, теперь ходит. Конечно, нельзя, харам. Все, запрет. И она вот обложилась литературой и просвещает чакры, продувает. Саму разрывает вдоль и поперек, понимаете, потому что секса хочется, девочки, ну хочется, девочки, нормально веселиться, но нельзя. Попадос. Вот вам невроз по Фрейду. Научиться нужно тогда, когда эта девочка придет ко мне, кстати, я визитку сунул все-таки, и она поймет, что ее защиты, я не против Оши, я просто пример привел, что ее защиты – это защита ее страхом невозможности вести нормальный образ жизни, здоровый, гибкий. Она не может даже на берегу Турции отдохнуть. Ей надо делать вид, что она просвещается. Вот это очень важно. И, конечно, это связано с ее детством, потому что ее действительно в детстве очень нормативно воспитали. Чего ты едешь в Турцию тогда? Ты что, Оша не можешь Киеве посчитать? Можешь. Она не умеет. Ее надо разрабатывать, ей нужно учить. Что если я буду, это не значит, что я буду плохой, я могу. Там, на самом деле, я девочкой это не занимался, ребят, но там очень... Сейчас расскажу психодинамической концепции. Хороший вопрос. У этой девочки, давайте ее пообсуждаем, да? Варианты ее невроза. Хотите? Так вот, на скидку. Варианты ее невроза примерно следующие. Зная всю подноготную многих наших клиентов, может быть следующее. Первый вариант ее детства, которая обложилась-то книжками, да, там и защищается от веселья. Первое, у нее есть убеждение, взятое из детства, что это все плохо. Что это плохо, это ай-яй-яй, папа накажет, мама накажет, ее не будут любить за это, родители, если узнают. Внутренний конфликт может заключаться в том, что на самом деле она хочет. Из детства хотела, знаешь, вот как-то быть озорной девчонкой, с детства хотела проявлять себя, с детства хотела как-то прыгать и бегать и веселиться, и даже сексом заниматься иногда на берегу Средиземного моря с каким-нибудь жгучим загорелым брюнетом. Не будем показывать пальцем с кем. Да? Но не может. Потому что у нее Оша. Это же важно. Не без юмора. Второй вариант. Она убеждена, что ее осмеют, потому что она будет как-то коряво играть в волейбол, что она будет как-то неправильно отбивать мяч, и секс какой-то будет странный на этих лежаках. Хотя, в принципе, неплохо. И она просто не понравится. Она просто боится не понравиться и защищается. Вот у меня книжки, у меня вот ай-яй-яй, знаете, вот у меня вот важнее, нет, я что? То есть это просто вариант защиты. Либо страхом, что у нее не получится, ее отвергнут, либо что она просто не должна. Понятно, как здесь эзотерическая концепция очень хорошо в защиту уходит. Все это видят? Молодцы. Очень хорошо. Поэтому, когда мне человек начинает втирать историю про чакры, про важные книги и так далее, я так сижу на него, смотрю и думаю, а что он закрывает этим? И на самом деле, вы, если вот так вот поглубже будете смотреть в людей, вы увидите, что на самом деле человек боится быть отвергнутым, боится не понравиться, боится, что ему не понравится его мировоззрение. Или он просто считает, что это ай-яй-яй. Он закрывает всеми вот этими концепциями основную свою страшилку. Понятно? Ром, не направо, налево. Может быть, она бы не занималась сексом. Дело не в этом. Дело в том, чтобы она была от этого счастлива. Понимаешь, проблема в том, что девочка-то несчастлива. И никто не просил ее там снимать бикини и крутить там, эй, давай, да? Нет. Если бы девочка была от этого счастлива, со словами, что я прилетела в Кемер, и 12 ночей просидела под зонтиком, прочитала Оша, и мне от этого кайф, и она бы не жаловалась. Вот это было бы одно. Но когда она с кислой миной возвращается с отдыха, как будто ее там всю 12 лет рабства как будто было, это проблема. Как побороть? Вот это поведение,
опять же понимать, что Алина за этим стоит. За этим стоит мировоззрение. Бороть Алину не надо. Надо прийти к психотерапевту и понять, что за мировоззрение, и с помощью определенных техник, смотря за что за этим стоит, на это воздействовать, как я тебе сейчас объяснил. А бороться, сопротивляться здесь не нужно. Вы не воспринимайте, ребят, психотерапию как борьба. Это не Mein Kampf, моя борьба. Это работа над собой. Вы не должны бороться с этим. Девочка это должна была, знаешь, как сделать в идеале? Вот она сидит такая, Оша читает. У меня книги нет никакой под рукой. Она сидит, Оша читает, да, и говорит: о, ребята, волейбол играют. Пойду-ка я тоже поиграю. О, давай, о, да-да-да-да-да-да. Вечером, о, давай потанцуем, о, давай. Потом почитаем, в Киеве продолжим. Все, понимаете? Если она читает Оша перед сном, да пожалуйста, ради бога. Не хочет заниматься сексом на пляже, на отдыхе, да пожалуйста. Но вот эта способность ее поиграть в волейбол, поехать на экскурсию и почитать, вот это понятно, что я имею в виду под словом гибкость теперь? Способность принимать разные вещи. Надежда, это ее зона комфорта, да, но любая защита – это зона комфорта. Надя, агорафобия, знаешь, дома тоже зона комфорта. Ну, согласись. Дома сижу, не выхожу, 20 лет из дома. Это моя зона комфортна. Ну, прикольно так отмазаться. Чик-трак, я в домике. Конечно, зона комфорта. Еще бы. Чего ее покинуто? Особенно, если тебе дают бабло, мама с папой кормит, и все у тебя хорошо. Конечно, что тебе выходить из зоны комфорта? Здесь надо понимать, ребята, что стоит за этой темой зоны комфорта, понимаете? Если за этим стоят невротические защиты, как вот эта зона комфорта, это зонтика книжки Оша, то, конечно, эта жизнь ее делает абсолютно несчастной. Если она мечтает Оша по вечерам и в то же время живет разнообразной, интересной жизнью, это вообще другой вопрос. Она ко мне не придет такая. А когда она не может пойти поиграть в волейбол и так далее. Кто-то спрашивал про психодинамическую концепцию невроза. Быстро. Психодинамическая концепция – это теория фрейдизма. На пальцах объясню, чтобы просто поняли, о чем говорил Фрейд. Есть сознание и есть бессознательное. Есть бессознательная область мозга, как утверждал Фрейд, в которой есть главные драйвы, которые называются инстинкты. Там есть несколько основных инстинктов. Это инстинкт голода, секса и еще там разные. Эти инстинкты не осознаются. Возьмем секс. Половое влечение. Фрейд настаивал, что он доминирует вместе с голодом. Тем не менее, какой бы там инстинкт мы ни рассматривали, это вытеснено, это не осознается. Затем есть детство человека, в котором в определенных стадиях сексуального и развития всевозможного формируются те самые убеждения. Проще говоря, Фрейд это назвал как? Кто изучал психоанализ? Он назвал это цензурой. Ну, драйвы это внизу. Он назвал это цензурой. Цензура это некая такая штукенция, которая не пропускает бессознательные драйвы. Она их фильтрует, создавая очень тонкую, плотную защиту. И проблема в том, что человек испытывает естественное желание секса. Человек испытывает естественное желание... желание противоположного пола, естественное желание насытиться, как Фрейд считал. Но цензура, вот это ай-яй-яй, нельзя, это плохо, подавляет все это. Все это не осознается. А вот теперь, что фигурирует только в осознанности. А в осознанности фигурирует следующее, что ни хрена нету. Все хорошо. У меня все нормально, у меня все окей, доктор. А вот теперь сверху осознанность, вот здесь.
И человек говорит, у меня все хорошо, но что-то откуда ни возьмись, у меня ночью какая-то странный сон какой-то. Или я какая-то странная, у меня конверсии, какие-то боли стали в теле появляться. Или какие-то страхи стали появляться. То есть, по мнению Фрейда, симптоматика вот эта, которая осознается, да, сверху, это не что иное, как маленькие такие шпионы, которые проходят через внутреннюю цензуру из бессознательной части психики. Понятно? Почему Фрейд придавал большое значение сновидениям, отсюда тоже ясно. Потому что во время сна цензура ослабевает, и вот эти драйвы внутренние становятся более, имеют большую способность проявиться в виде образов и символов. Вот это психодинамическая концепция, да, где есть внутренний конфликт между истинной потребностью и неким подавлением ай-яй-яй. То есть конфликт формируется вот на этих стыках. Ну вот здесь. Между инстинктом, Фрейд говорил об инстинкте, и неким подавлением цензуры. А есть другая динамическая концепция Владимира Николаевича Мясищева, которая мне нравится больше. Здесь мы говорим о убеждениях личности, где есть детство, в котором формируются отношения, так называется теория отношений. Ну, назовем так это, пускай будет личность, да? Где формируется личность, вот то, что девочка не должна или должна, это все в детстве закладывается. А затем формируется какая-то конкретная жизненная ситуация. Ситуация. Ну, например, у девочки есть убеждение, что она должна все выполнять на отлично, только на пятерку. У нее есть такое в личности качество, перфекционистка у нас девочка, да, допустим. Ее воспитали как кумира семьи, как перфекциониста, все не должно быть правильно и так далее. А ситуация взяли, ее сократили на работе, уволили или подставили, украли деньги, свалили на нее. Опа! Ее убеждение резко стало конфликтовать с ее жизненными ситуациями. Все, добрый вечер. И вот здесь, по мнению Владимира Николаевича, формируется симптом, который косвенно пытается разрешить эту проблему. То есть, допустим, человек уходит в симптом, чтобы не испытывать этого противоречия. Ну, например, так было у меня. У меня были панические атаки в ресторане, потому что моя личность стремилась доказать, что я там очень умный и эффективный. Я сейчас коротко буду об этом рассказывать. Мне нужно было очень сильно доказать в этом ресторане, что я умный и эффективный. Но ситуация складывалась так, что у меня не получается это доказать. Поскольку это все не осознавалось, все это соматизировало тело. И мои симптомы в виде панической атаки увели меня с работы со словами «Уходи, потому что у тебя что-то с сердцем». А если бы я понимал это, я бы сам принял решение увольняться. Я бы сам принял решение уволиться. Мне бы панические атаки были не нужны. Но поскольку я это не осознавал, мое тело соматизировалось и, естественно, довел себя до паники, и благодаря панике еще и свалил с работы. О чем говорит сон, в котором я спас меня? Ох, не знаю. Но я не очень силен в трактовке снов, я все-таки не совсем такой фрейдист. Ну, я что-то интерпретирую, но не все. Понятна динамическая концепция Фрейда и вот вторичные выгоды симптома? Что симптом решает косвенно вашу проблему. Ну, например, моя клиентка испытывает паническую атаку и постоянный навязчивый страх за собственное здоровье, потому что не может принять решение о разводе с мужем. Другая моя клиентка испытывает паническую атаку, потому что она пытается привлечь внимание мужа. Мужчина, уходит в постоянную кардиофобию и поиск себе болезни, потому что не может реализоваться как мужчина.
Мужчина уходит в паническое расстройство, потому что не знает, как жить без мамы, а ему на минуточку 30. И так далее. То есть все эти симптомы возникают для того, чтобы как-то оправдать себя или найти косвенное оправдание собственному поведению. А при публичных выступлениях, Ир, это вообще отдельная тема. Что тебя интересует про публичные выступления? Конкретнее сформулирую. И это одна из моих лекционных тем, я могу много про это говорить. Как уходит внутреннее напряжение, которое накапливалось годами? Расскажите на примере излечения. И Юля, смотри, не называй это излечением, я тебя очень прошу. Мне не очень нравится слово исцеление, излечение. Но какое здесь излечение? Смотрите. Когда мы работаем над мировоззрением, ну как это можно назвать излечением? Ну, поверьте, господа хорошие, нету излечений в психотерапии. Есть работа над характером, работа над мировоззрением, а не излечение. Поймите вы это правильно. Внутреннее напряжение, вот оно, вегетативное, уменьшается тогда, когда девочка перестает быть истеричкой. Понимаешь? Вот у меня девочка есть истеричка, которая считает, что ей все должны. Мир должен быть такой, какая она хочет. Вот должен. Это и мировоззрение. И эта проблема возникает в теле. Нет никаких исцелений, пока она не перестанет считать, что мир ей должен, и скажет, было бы лучше, чтобы эти люди делали так, как я хочу. Но я понимаю, что они не должны, и я даю им полное право. То есть, в твоем понимании, Юль, исцеление будет возникать только тогда, когда она станет к миру более лояльна, более гибко. Понимаешь? И нет никаких исцелений. И ваше вегетативное напряжение будет уходить и снижаться тогда, когда вы к миру и к себе будете более толерантны, более гибки, и относиться к этому более широко. А это возникает только тогда, когда вы прорабатываете это с психотерапевтом. Алексей, почему после переворота в Украине панические атаки отступили, невроз стал другим? О, это хороший вопрос. Действительно, сейчас на Украине у многих панические атаки закончатся. А напишите сейчас плюсик, у кого после событий на Украине куда-то невроз как-то вот на дальний план сошел. Многих, да? Вспоминаю знаменитого психолога Карнеги Дейла. Он писал в своей работе одной, он говорил, что неврозы во время войн и стихийных бедствий заканчиваются, но расцветает бурным цветом во время мира и спокойствия. Объясняю почему. Невроз – это проблема мировоззрения. Опять же, к этому возвращаюсь. Понятно? Когда у вас в жизни как бы все ровно, начинается конфликт между мировоззрением и обстоятельствами. И вот тут возникает невроз. Вы начинаете уходить в всевозможные симптомы и так далее, чтобы решать обычные бытовые проблемы. Возьмите сейчас 62 человека, убрать проблему на Украине, да? У всех, у кого был невроз, все 62 человека, вы что думаете, у них что-то сверхъестественное случилось? Ни у кого из 60 человек, кто сейчас присутствует на вебинаре, когда у него возникали панические атаки, агорафобия, вегетативная дисфункция, ни у кого в жизни ничего такого серьезного не происходило. Понимаете? Вот это очень важно. Важно понимать. Более того, у больше половины человек на вебинаре вообще детство было идеальное, как ему кажется. И вот это очень важно. Потому что вот эту проблему мировоззрения создает не травматичное детство, где мама, папа били по мужичку ногами. Нет. А просто убеждения. Убеждения, мировоззрение. Понятно, как многие заблуждались? Потому что многим кажется, что чтобы заболеть неврозом, надо, чтобы тебя ногами дубасили в детстве, и тогда у тебя будут проблемы. Поверьте мне, помните, рассказывал про моего клиента,
Мама любила моего клиента до глубины души. Она ему в 40 лет до сих пор сиську готова в рот сунуть. Она его так любит, что он инвалидом стал от этой любви. Совсем от нечего делания. Невроз – это тогда, когда мы с детства перенимаем убеждения родительские, и эти мировоззрения не дают нам быть собой. Давайте вот так это определим. Ваше мировоззрение, запоминайте, не дает вам быть собой. Вы читаете книги, когда хотите, ваши убеждения не дают вам быть собой. Вот такое определение можно вывести сегодня. А не дает вам это быть собой, потому что вы всю жизнь привыкли нравиться папе, или привыкли нравиться маме, или привыкли кому-то что-то доказывать. И вы вместо того, чтобы жить своей жизнью, делать то, что вы хотите, вы продолжаете доказывать то, что делали с детства. Потому что, по большому счету, вы как из детства это взяли, так до сих пор это и транслируете, что-то доказываете, живете не своей жизнью. Вас как приучили с детства рот закрывать, когда взрослые говорят. Вы так это и делаете до сих пор. Молчи, за умного сойдешь. Помните эту фразу? Вот, добрый вечер. И не надо, чтобы тут мама с папой вас дубасили. Вам просто надо было определенным образом научить вас вести себя определенным образом. Вот вы это и транслируете. А если мама с папой были дистанцированные и холодные, и вы привыкли считать себя изгоем, и привыкли доказывать делами, что вы не изгои, чего-то стоите, вы все равно будете всю жизнь это делать, пока не найдете психотерапевта. Очень важно. Так, подождите, подождите, что разбежались. Очень это много. Так вот, про войны. Когда возникает война, у человека срабатывает главный инстинкт самосохранения. И у него доминанта в голове с внутренних конфликтов, внимание, с тех внутренних конфликтов, которые происходили у вас в обычной бытовухе с мужем, с женой, с начальником, с соседкой Зиной, с доказательством своих родителей, это на самом деле начинает куда уходить? Внутренний конфликт начинает просто уходить в сторону, потому что тут стреляют на минуточку. Понимаете? Это не значит, что вы вылечились и там изменили свое мировоззрение. Это значит, что у вас просто обстоятельства, у вас эти обстоятельства раньше были гораздо более важными, потому что у вас был внутренний конфликт, там соседка Зина, мама, папа. А сейчас есть более главные обстоятельства под названием там проблемы, там боевые действия и так далее. Вот это очень важно. И это не значит, что вдруг куда-то неврозы делись. Просто, но, кстати говоря, иногда бывает так, что многие жители Украины сейчас как раз забудут про неврозы. Потому что это же действие, понимаете, переворот власти, смена каких-то законов. Придется строить кому-то новый бизнес, придется куда-то влезать, подстраиваться, менять свою жизнь, поднять задницу с дивана, что-то пойти сделать, куда-то там уехать, переехать, приехать, позвонить. То есть вы начнете жить. Поэтому многие мои клиенты с Украины на самом деле подняли попу и начали что-то делать, и куда-то их невроз уходит. Потому что сидели ровно на одном месте, а тут опа! И началось. И как-то вот побежали все, что-то делать стали. У меня был клиент, парнишка с Киева, у него была агорафобия. Вы не поверите, он все действия протусовался на Майдане. Как агорафоб, где агора – это толпа, может там вот все 2 недели активных действий просидеть? Вот объясните мне. Может, а как выяснилось. Я вообще в шоке был, он не появляется, как он делся. А он там кидает. Вот. Может. Главное – это задача. Возможно, с помощью DVD-курса избавиться полностью от невроза. А Коль, смотри, что ты спрашиваешь. Невроз – это мировоззрение и внутренний конфликт. С помощью DVD-курса и 6 лекций и 6 вебинаров ты абсолютно точно сможешь работать с агорафобией.
Точно. А я тебе так отвечу, чтобы не было очень пафосно. Многим помогает, как и видеолекции. Вот как бы по-другому я не могу тебе ответить, потому что это будет неправильно, нечестным и несправедливым. Многим помогает. У меня есть клиенты, вот последние, которым я же как делаю? Я сначала отправляю вебинары, да, то есть когда человек заказывает DVD-курс, ну полностью блок этот, я же сначала отправляю вебинары сразу, а потом высылаю DVD. И многие говорят, я говорю, DVD пришли, говорит, я их даже не смотрел, мне вебинаров вот так достаточно. Я говорю, ну прикольно. Или, например, многие говорят, что пришел DVD-курс там на Украину сейчас там с опозданием шел там 1,5 недели, говорит, я вебинар посмотрел, мне проще стало. Поэтому обязательно изучайте вебинары. Сам DVD-курс это тоже хорошо, там очень важный материал, там методички, но очень важно именно еще в вебинарах основная часть есть. А если с данным положением в стране наоборот обострились неврозы, то что даже родственники, это плохое. Настя, ну может быть так, что беспокойство усилилось, это нормально, да, это естественно в условиях страны. Я думаю, что сейчас мало кто в Украине может отличиться фундаментальным спокойствием. Ну, сомневаюсь, понимаешь? Да, такая ситуация, да, так сложилось. Поживем, увидим, что будет. Не знаем, да. Гадать на кофейной гуще тоже нету смысла. И я вам рекомендую поступать немножечко как Скарлетт, да. А вы же тоже понимаете, что вы не в курсе, что будет точно. И сценарий, который разыгрывает политика, оно, ну, мало когда согласовывается с мнением большинства граждан. А разыгрываются другие сценарии, и вам, и нам придется только как бы созерцать реалии, которые будут разыграны. Поверьте, от моего мнения, от вашего мнения мало чего будет как бы, ну, реально зависеть. А будет разыгрываться сценарий, который там решают некоторые другие люди. Поэтому от того, что, Настя, ты будешь больше переживать или меньше, ничего в Украине не изменится. Поэтому постарайся просто взять такую позицию в голову. Я буду смотреть по обстоятельствам, что происходит. Если ветер начнет меняться, вот совсем будет плохо, я буду принимать решение так. Если все будет улучшаться, буду жить так. То есть попробуй, знаешь, как сделать? Разработай некие сценарии. А, Б, С сценарий. Сценарий А – это самый оптимистичный сценарий, что как-то оно будет и что ты будешь делать. Сценарий Б – это самый прогнозируемый сценарий, там средний такой, вяло текущий. И сценарий С – это пессимистичный сценарий, когда все будет плохо. И посмотри, что ты будешь делать в трех этих ситуациях, как ты будешь там финансы, быт, переезд там и так далее. То есть, но не сиди грызи ногти каждый вечер со словами, что будет, что будет. Мы не знаем, что будет. И тебя никто об этом не оповестит, просто попытайся принять. Кстати, сейчас в Украине вот эта тема интересная. В экзистенциальной терапии мы это называем неспособность принимать неопределенность. Вот я вам многим рекомендую научиться принимать неопределенность. Сейчас в Украине очень много неопределенности, согласитесь. И многие невротические мои пациенты не знаю, что будет в стране, я не знаю, кто там на 100%. У меня есть некие убеждения, но я не знаю точно. И постарайтесь к этой неопределенности отнестись естественно, что ни я, ни мои соседи не знают наверняка. И много неопределенностей. И я к этой определенности отнесусь объективно. Вот как-то так. Сейчас, подождите, я остановлю. Что такое причинно-следственная связь? Возможно ли понять человеку самому? Да, Артур, причинно-следственная связь – это, как тебе объяснить,
Это вот здесь. Причинно-следственная связь в терапии – это тогда, когда, ну, допустим, человек уволился с работы, потому что у него застучало сердечко, начались панические атаки. Он должен начать найти причинно-следственную связь своего невроза, то есть разобрать это. Причинно-следственная связь будет выглядеть так. Его воспитали в детстве, и сформировалась определенная личность, потом он рос, и происходили определенные ситуации. И в один прекрасный момент эта ситуация стала противоречить этой личности. И поскольку это было неосознанно и прямое противоречие, случились его симптомы. То есть, что является причиной, что следствием? Причина – это его личность. Следствием – это его симптом. Обстоятельства – это ситуация. То есть, причинно-следственная связь – это чтобы человек четко понял, почему именно он, именно в этот момент так отреагировал болезненно на ситуацию. Ведь согласитесь, для кого-то измена мужа или измена девушки – это просто банальная, ну, измена, правда? А для кого-то это повод уйти в депрессию. Для кого-то там разбитая машина – это проблема, а для кого-то нет. Поэтому это очень важно. Сейчас, секундочку. Алло. А через 5 минут буквально, хорошо? Я сейчас закончу. Клиенты звонят, московский номер сделал. Кстати, можете меня поздравить. Я начал работать очно, сегодня подписал договор. Вы первый, кто об этом знает. Вот, поэтому причинно-следственная связь – это история, как связаны мои убеждения, ситуация, которая спровоцировала симптом, и почему симптом возник, и чего он защищает. То есть это достаточно сложная, Артур, концепция. Возможно, вы сейчас запутаетесь, если я в нее пойду глубоко. Как переубедить себя, что с меня никто не, смеется? Внешность. Виктор, тебе не надо переубеждать. Психотерапия не занимается переубеждением по поводу социального. Следующем, Вить, смотри. Ты считаешь, что ты должен как-то себя вести правильно, чтобы всем понравиться. А я тебе говорю примерно следующее, что как бы ты себя ни вел, люди отреагируют примерно вот так, что кому-то ты будешь нравиться, как бы ты себя ни вел и как бы ты ни выглядел, кто-то тебя будет ненавидеть, а кому-то будет все равно. Это статистический факт. Даже если ты пойдешь голый по Киеву, кто-то скажет шизофреник какой-то, кто-то возбудится и скажет, вау, прикольно, а кто-то тебя даже не заметит. Мои ролики кому-то нравятся, кто-то их ненавидит, а кто-то к ним абсолютно нейтрален. И так ко всему. Как бы ты ни шел правильно на улице, и как бы ты себя правильно ни вел, и как бы ты ни выглядел, ты по-любому попадешь вот в эту историю. По-любому. Социофобия – это тогда, когда ты говоришь, нет, я буду только вот таким. А это не так. Потому что по-любому вот эти две категории граждан все равно будут в твоей жизни. И, коротко говоря, ведь твоя задача – научиться принимать, что бы ты ни делал, как бы ты ни делал. Вот у меня ребята на экспозиции отрабатывают историю, что они должны лечь в ресторане на пол. Я говорю, ложись в кафе. Я говорю, все будут вот так вот сейчас реагировать. Кто-то не заметит, кто-то посмеется, а кому-то будет все равно. Она ложится, встает и говорит, да, действительно, никто в меня яйцами не кидается. А почему? Я говорю, ну если ты сейчас спросишь, кто-то вообще не заметил, что ты легла. Кто-то сказал, ну, наверное, флешмоб ребята снимают, прикольно, что, хорошо, интересно. А кто-то сказал, дура какая-то легла, что она портит одежду. Понимаешь? А постарайся вот эту концепцию понимать. Что бы ты ни делал, как бы ты ни шел и себя ни вел, все равно будет все вот так. Окей? Но об этом про социофобию вообще отдельная тема. Алексей, почему первые панические атаки зачастую возникают после приема травки и прочих наркотиков? Да, действительно, иногда первые панические атаки, дереализация и так далее возникают после употребления наркотиков. Объясняю почему. Это не причина, это следствие. Вы изначально уже были готовы
к этому, потому что вот эта проблема уже изначально у вас была. У вас уже было странное мировоззрение, достаточно негибкое. Вы уже были достаточно внутренне конфликтны с самим собой, и с обществом, и с окружающим. Ввиду этого вы стали покуривать, кстати говоря, потому что расслабиться как-то надо, ведь тяжело же уже, да, становилось. И вот тогда, когда уже внутренний конфликт уже был актуален, ваша вегетативная нервная система, Роман, уже на самом деле была напряжена, просто вы еще это не чувствовали. Но вы бессознательно это чувствовали, поэтому вы потянулись к косячку или бухнуть, ну, чтобы как бы расслабиться, знаете? Но на самом деле, когда у вас уже эта проблема была, это была просто бомба замедленного действия, замаскирована. Вы думали, что вас сейчас расслабит, вы дунете, а на самом деле, поскольку все вот это уже было, это просто был спусковым крючком. Просто это был вопрос времени. Либо вы выпили чашку кофе, либо банку Red Bull, либо покурили. Вы покурили, бабах, и все случилось. Поэтому здесь вот так это поясняется. Понимаешь? Понял? Что на самом деле не наркотики провоцируют. Уже было готово. Просто был момент, что будет последней каплей. Ты мог поссориться с мамой, с папой, с начальником, с девушкой, выпить кофе, выпить таурин или выпить там еще что-то. Это не главное. Можно получить обратную связь? Конечно, можно. Пишите ВКонтакте. Я насколько понял, что все ВКонтакте есть. Как возможно посмотреть вебинары по депрессии? Они есть в сайте. Они платные. Как не бояться выражать свои чувства, как быть отвергнутой? Алина, выражать свои чувства – это вообще отдельная тема. Если тебе что-то рекомендовать, то это история гештальт-психотерапии, где или приходи в группу, да, мы там этим учимся. То есть там много техник на тему выражения своих чувств. Мы сначала их должны принять, разрешить, выразить, потому что подавление собственных чувств это действительно приводит и к кому в горле, к тахикардии, к диарее, к тошноте. Это ты абсолютно права. Если ты об этом пишешь, это очень важно. Потому что если тебя вот здесь научили подавлять свои чувства, и ты чувствуешь, что ты не сама живешь, то тебе это как раз очень важно. Найди либо гештальт-терапевтов в Украине. О, па-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 па. Я не помню, есть у меня, где у меня. Но в принципе, по большому счету, мне не хочу заниматься рекламой. Когнитивная терапия тоже хорошо дает выражение чувств и осознанности их. Понимаешь, если тебе сейчас скажу, купи блок вебинаров и DVD-курса, это будет реклама, я не хочу этого делать. Поэтому либо гештальт-терапевт, либо когнитивный психотерапевт, либо приходи в группу, либо я сделаю скоро вебинар вообще отдельный по чувствам. Хотя у меня есть вебинар «Работа с мыслями и эмоциями», «Работа с депрессией», там тоже это есть. Но если у тебя есть возможность два вебинара взять «Депрессия» и «Мысли и эмоции», то там эти техники есть. Как повысить толерантность к стрессам? Эта тема толерантности к фрустрации – это один из очень базовых терминов психотерапии, который развивается в процессе психотерапии. Это одна из целей, София, повышение толерантности к стрессам. А просто так нет ответа. Это работа над собой. Фактически ты спрашиваешь такой вопрос: как мне стать лучше? Как вырасти над собой? То есть это очень общий вопрос, понимаешь? Если вебинары по ОКР, обсессии конкретно интересуют по ОКР. Нету. По-моему, нету. Ну хотя, подожди, мысли, эмоции, работа с мыслями и эмоциями. Да? Ты знаешь, в принципе, все. Вот в каждом вебинаре есть по чуть-чуть. Просто они не имеют такого названия. Вебинар по ОКР. Понимаешь, потому что ОКР это обсессивно-компульсивное.
Обсессии – это навязчивые мысли, и техник работы с мыслями и эмоциями в этом курсе вот так вот, он на нем основан. Я тебе так скажу, да, весь блок, все 6 вебинаров и DVD работают с обсессивными мыслями, но у меня нету ни одного вебинара, чтобы вы просто знали, и DVD-курс не работает с ритуалами. То есть он работает с избеганием с агорафобией, но он не работает с ритуалами расстегивания, застегивания, мытья рук, мытья квартиры, там, полов и так далее. Вот это точно. Привет из Одессы, Влада. Влад, да, помню, конечно, привет. Рад, что ты написал, что ты здесь. Как у тебя дела? Рад тебя видеть. Ну, относительно. Что делать в момент агрессивного пика? Юля, не сопротивляться. Я уже говорил об этом сегодня, да? А не делай вот так. Расслабься, развернись к этому пику, скажи, да, так бывает. Ровно дыши. Постарайся немножечко отвлечься, попить водички, улыбнись, но ни в коем случае не говори только бы нет, я сейчас умру, может быть, скорую. Не крути в голове мысли скорую, маму, папу, феназепам, клоназепам, физам, не надо. Скажи, да, действительно так бывает, это бывает достаточно часто, ничего страшного, я сейчас пойду, пройдусь, подышу. Очень хорошо, Юля, знаешь, что помогает моим клиентам? Вы от меня это никогда не слышали? Это называется, неважно как называется, если вы дома, хорошо помогает теплые ванночки для ног. Вот если вы ходите по квартире, напишите плюсик, кто так делал, кому помогает. Потому что действительно это очень хорошо иногда помогает вегетативно-нервной системе. Как ходите по квартире, чувствуете что-то как-то вот вегетативно хреновато. Набираете в тазик воды. Ну, такой горячий, теплый, такой, чтобы чувствительно было. И кладете ножки туда. И руки обязательно тоже в тепло. Руки и ноги в тепло очень хорошо стабилизируют вегетативную нервную систему. Потому что такой вегетативный криз. Это симпатический, парасимпатический отдел начинает работать в унисон. Не умрете, но неприятно. Надо выровнять. Соответственно, когда вы горячие ноги в тазик опускаете с руками, у вас происходит наоборот расширение сосудов, да, и наоборот расширяется все. Во время панической атаки у вас все суживается, а когда вы делаете теплые ванночки, у вас все расширяется. Да. Поэтому мы тянемся к горячей чашке с кофе, там, еще с чем-то. Постоянная тревога, как ее побороть? И я не стараюсь ее бороть, тревогу, стараюсь ее научиться просто принимать, это первое, по симптоматике, не сопротивляться, но искать то, что эту тревогу вызывает. А вызывает ее что-то здесь. Где-то происходит у тебя что-то в жизни, что вызывает бессознательно тревогу. Тревога не происходит просто так, поверьте. Тревога всегда направлена на какие-то, из-за каких-то мыслей возникает. Какие-то мысли, какие-то обстоятельства, которые тебя не могут отпустить. А упражнения подбираются под себя, исходя из жалоб. Если с рассвета до заката вегетативное напряжение, то вам показаны седативные средства, чтобы снять такое сильное напряжение. Зачем вы тогда терпеть, если так прям с рассвета до заката? Подберитесь с вашим врачом успокаивающие, может быть, травяные, может быть, седативные препараты на основе трав или на основе того, что вам выпишет врач. Если легче вегетативно, когда в холод, это значит, наоборот, доминирует другой отдел вегетативно-нервной системы. Моим клиентам больше помогает, когда наоборот, они в тепло идут, потому что, как правило, во время пика вегетативного, да, сужаются капилляры, сосуды, и им, наоборот, становится холодно. У мужчин все скукоживается, все вот так вот сжимается, и дышать поэтому некомфортно, и давление повышается. Поэтому, когда они опускают ноги в тепло, руки в тепло, если нет возможности, допустим, вы на работе, да, если у вас нет возможности ноги на работе в тепло, пойдите в туалет, включите теплую воду, руки поставьте под горячую воду и выпейте горячий чай. Все. Чай внутрь горячий напиток в
термосе, допустим, да, и руки под горячую воду дают очень хороший расслабляющий эффект, это правда. Паническая атака за рулем. Давай так, еще от этого никто не попал в ДТП, потому что паническая атака, Роман, это выброс адреналина. Понимаешь, адреналин, он все-таки контролируемый. Понимаешь, на войне очень много адреналина, но все-таки там люди адекватность не теряют, согласись, во время боя. Наоборот, у тебя во время выброса адреналина, наоборот, усиливается внимание. Ты будешь как Шумахер, вот так вот ехать во время панической атаки, понимаешь? Когда у тебя паническая атака за рулем, ты такого там накрутишь, там ты обгонишь всех. Ты потом сядешь и скажешь, ебицкая сила, как я вообще это сделал? Потому что под адреналином ты выдашь такое, что мама не горюй. Но, конечно, это тебя не убьет. Ты скорее наоборот все объедешь под адреналином, чем что-то сделаешь неконтролируемое. Но если чувствуешь, что совсем пипец, спокойненько остановись, припаркуйся, включи аварийку, выйди, подыши, походи вокруг машины, попей водички, но не паникуй, и все будет хорошо. Но адреналин никак тебе не опасен. Слушай, ну про поводу нервных клеток, знаешь, панические атаки и неврозы, они уже более 100 лет на планете, что-то как-то от этого еще никто не умер. Поэтому это не страшно. Ребят, нам надо закончить. Я надеюсь, что у меня получилось вот так вот в целом вам немножечко помочь. Что-то, наверное, я попытался вам прояснить, как бы, да, так подробно, как мог. Спасибо вам, что пришли. Ребят, у кого есть запись, скиньте мне ее, пожалуйста. Было бы неплохо ее как-то вот действительно иметь, потому что, мне кажется, важные вопросы обсудили. Я очень надеюсь, что у нас все будет хорошо, и очень на это надеюсь. Спасибо вам, что пришли. До встречи, следите за новостями. Я с вами. Ролики буду продолжать снимать и читать лекции, если возможно. Так что до встречи. Пока. Спасибо вам большое.